Итак, друзья, смотрите, сегодня 28 сентября, Казань. Точнее, сейчас мы за городом. Видите, сегодня солнышко у нас, друзья, солнышко. Выезжаем на машине в город прокатиться. Вот видите, ребята, как здесь хорошо обрабатывают улицу, как прям в Турции, в Испании. Мужичок с аппаратом ходит, листья все выдувает. Отлично. Так, сейчас я проеду спокойненько. Видите, как тут машина долбанулась, какая-то, видно, авария какая-то была очень жесткая. Вон, справа тут во дворе стоят. Какие тут моменты вообще, конечно, жесть. Все, ребята, выезжаем. Сегодня солнечный день, сразу настроение хорошее. Конечно, добавить бы немножко, ребят, погодки. 5 градусов тепла с утра. Хотя как с утра, ребят, уже 10 утра. Даже 11 утра уже. 5 градусов тепла всего лишь. Такое морозненькое утро. Еще, наверное, чуть-чуть и снег скоро уже, наверное, выпадет. Пока вот еще ездию на летней резине. Надеюсь, что я отсюда успею поехать. В общем, ребят, планируется выезд у меня уже вот послезавтра, 30 числа. Вот, поэтому еще чуть-чуть. Сегодня вот заказал еще дополнительно стучат стойки стабилизатора. Вот еще их хочу поменять сейчас. Вот. Нашли там какие-то белорусские даже есть. Я даже не знал, что для Крайслеров сделают белорусские. В Беларуси делают для Крайслеров запчасти, друзья. Так что вот так вот. Цена по 1151. Вот две штучки заказал. Уже сегодня даже к вечеру должны они прийти. Вот сейчас сделаю. Вот, ребят, посмотрите. Царёво Вилледж. Такие вот интересные домики стоят. Сейчас немножко с вами прокатимся. Вот здесь вот несколько площадок. Все это, конечно, есть в Ютубе, кому интересно. Так, ребят, по России, кто мне писал кто-то комментарий, что куда нам лучше переехать жить по России. Ребят, можете вполне переехать в Казань. Отлично вообще здесь инфраструктура. Очень много комплексов построили разных таких современных новых. Вот здесь вот в этом комплексе Царёво Вилледж 4 детских сада, школа на 1500 человек. В общем, тут бассейны, два бассейна есть. Вот такие, кстати, ребят, аппараты классные, видите? Вот здесь вот воду, ребят, наливают. Кто-то даже не знает, вот ко мне брат приезжал, говорит, я, говорит, таких не видел. Вот у нас в Нижегороде таких еще нету. Вот, говорит, Тюмени где-то есть, говорит, и вот в Казани здесь такие. Я вот тоже их увидел только здесь уже. Ребят, не надо там бегать в магазины, воду скупать по 5 литров. Можно вот здесь около дома прям пошел, налил и пришел. А уж в том доме на Удивительной, который вот у Юли квартиры, помните, я вам показывал. Там вообще, ребят, я прям спускаюсь вниз, и прям в доме стоит аппарат. 4 рубля литр стоит. Хорошей воды. Какой-то там родниковый тоже. Поэтому вообще бомбически все. Вот, по-моему, школа у нас справа. Друзья, сейчас мы немного с вами прокатимся. Покажу вам Царёво Вилледж. Вот, снимаю на 4К, друзья. Теперь компьютер нормально работает. Так что буду пробовать в таком качестве. Такие вот, ребят, домики стоят. Трехэтажные. Вот Царёво Вилледж из них стоит. Есть свои плюсы и минусы. Вчера, ребят, соответственно, YouTube. Там даже есть видео плюсы и минусы жизни в Царёво. Так что, кому это интересно будет, поселочек, можете посмотреть там в YouTube. Какие-то блогеры рассказывают, что здесь плюс, что здесь минус. Мне вот здесь нравится, видите, на подъездах такие большие цифры и на домах такие большие цифры. Издалека сразу видно, что за дом. А то у нас все такие мелкие-мелкие прям. И ни хера непонятно вообще ничего. А тут, видите, раз сразу вам видно, какой дом стоит. Вот здесь у них магазин «Пятерочка» есть. Даже два магазина, по-моему. В общем, здесь, ребят, инфраструктура здесь очень крутая. В этом плане. Все отлично. Голодным здесь не останешься. Пироги разные продают. Вот это такие райские источники. Видите, родниковая вода прямо у вас около дома стоит. Вот. Покупайте. Поэтому в этом плане, конечно, мне очень нравится. Казань в этом плане очень продвинутая, друзья. Нижний, конечно, пока еще в этом плане. Проблем здесь все что угодно. Я вот здесь вот и кофе пью прям вот не выходя, прям почти в каждом доме кафешечка, почти в каждом доме, не в каждом, ну почти в каждом, через 2-3 дома здесь кафе есть какой-нибудь. Ну не кафе, а по крайней мере вот это, как сказать, просто зайти попить кофе. Там можно сразу купить какую-нибудь булочку вкусную, там треугольник у них, вот это татарская вкусная еда. Ребят, видите, смотрите, сколько аппарат хоть стоит. Вот, ребят, аппарат тоже стоит с водичкой. Вот, так что здесь очень много. В каждом доме почти по магазинчику. Много чего можно купить здесь. Конечно, понятно, что они подороже немножко. Лучше там в Пятерочку сходить. Но все есть, друзья. О, машина немножко подстукивает. Так что без проблем.
проблем. Ваш магазин продуктов, фасоль называется. Вот такие вот. И вот, друзья, дальше здесь строят. Видите, тут какая-то долина нищих дальше начинается. Везде вот эти бордюры, ребята. Лежачие полицейские, блин, замучили они. Видите, ребят, здесь хороший выезд. Вот сейчас я еду в сторону Казани, это получается налево, видите? Есть виадук специально сделали, прямо они, чтобы нормально можно было выезжать сразу на трассу. Потому что так, конечно, не очень удобно. Но вот здесь они постарались. Отличные дороги здесь, ребят. Здесь вот, ребят, уже в этом Царево Виллаж дорог уже плохих вообще нет. Все свежее, новое. Потому что построено только все буквально там года полтора назад начали строить здесь. Поэтому здесь в этом плане все вообще бомбически просто. Сегодня включил первый раз подогрев сидений. Что-то вообще прям очень холодно, ребята. Машина прям ледяная буквально. Так, хорошо, греет. Опа, стоят гаишнички. Опа, видите, ребят, меня сразу на осмотр. И вот, ребята, меня, говорит, полный досмотр, страховки, документы. Пошел мои права проверять. Что-то мои права не понравились. Пошел проверять. Что такое, непонятно. Блин. Права, сколько там уже, я их лет 5 назад поменял, наверное, у Нижнего Новгорода, что-то они ему не понравились. Пробивать пошел, может, какие-то поддельные ищут. Спросил по поводу употребления алкоголя, друзья, видно, ищет, кто с похмелья едет. Да, интересно, конечно. Вот, ребята, такие жизни, нюансы жизни в России здесь, конечно. Ну, пока я здесь, ребят, хоть все на русском языке, все понятно. Вот, и свои плюсы и минусы. Я, конечно, друзья, думал, что вообще уже гаишники уже даже уже не стоят. Уже потому что вроде бы все, мне сказали, что, говорит, Леша, уже, говорит, посты там какие-то убрали, говорит, уже все одни камеры, говорит, везде стоят. Но, видите, какие-то рейды есть. Не знаю, что они. Я спрашиваю, у них там перехват какая-то, они говорят, нет, никакой, просто рейд. Типа, то есть просто мы стоим, говорит, работа. Вот так вот, поэтому такие нюансы. Что-то там меня проверяет права, непонятно что, блин. Так что, друзья, можно поехать. Там куда-нибудь навстречу вас остановят, еще можете здесь сидеть, пока не проверят, свою работу не сделают. Во, все, все, меня проверил парнишка. Все. О, спасибо. Все, ребята, права мои нормальные. Так. Значит, права не поддельные, друзья. Пробил меня инспектор ДПС. Грязь мокрую сразу, на колеса прилипает грязь. Вот странно, ребят, конечно, ощущение непонятное, почему вот все-таки у нас грязь здесь больше, чем, например, в Европе. Как-то видно, почв гораздо больше открытых, наверное, я так думаю. В Европе все-таки как-то они более закрытые. Здесь так. Вот, друзья, выезжаем. Все нормально. Можно ездить. Проверили документы. Кстати, меня еще, по-моему, первый раз меня останавливали здесь, вот за 3 месяца. Ну, в принципе, машину-то купил только, получается, на автодоме меня останавливали ни разу. Машину купил только в августе, 2 месяц уже. Вот меня первый раз останавливают. Вот здесь дорогу сейчас делают. Сейчас хочу вам немножко показать здесь. Смотрите, вот здесь авария была, видите, здесь ночью можно проскочить вперед. Хотя знак стоит, но бывает не заметишь. Сейчас, ребят, здесь будут 4 или даже 6 полос. Я вот хочу уже отсюда быстрее уехать, пока здесь еще пробка. А уже, наверное, ребят, к весне, я думаю, здесь, правда, по выходным, даже в воскресенье ездят, делают. Ездил даже в воскресенье, здесь делают дороги. Вот, видите, слева. Вот. Так что, ребят, скоро здесь вообще отличная будет трасса такая, прям, на выезд из города. И, я думаю, Царево Виллаж, ребят, будет скоро вообще уже, думаю, городской регион Казани. То есть регион, получается, а район Казани уже будет. Потому что сейчас пока до него 400 километров до города. Видите, тут полные раскопки идут везде. Все работают четко. Пробочка, конечно, здесь постоянно пробка, друзья, потому что, видите, он трактор сейчас фигачит, убирает. КамАЗы ездят тут за другом. Скоро будет отличная трасса. В принципе, ребят, здесь очень быстро все вообще. Казань очень быстро развивается. Очень быстро все делается. Вот. Какой-то был обзор в Ютубе, тоже смотрел вчера по поводу Казани, ребят.
Очень много сейчас сразу же тут разных комплексов построили. Очень дешевый комплекс есть, какой-то там есть светлый, по-моему, называется. Здесь, ребят, можно квартиру купить. Вот сейчас, вчера, ребят, смотрел. 25 метров, ребят, маленькую студию можно купить за 2,5 миллиона. По-моему, без ремонта, правда. Вот в этом Царево Виллаж, например, продавали. 2,5 миллиона, ребят, 25 метров. Ну, маленькая студия, вот, ну и деньги такие, в принципе. Получается, там 25 тысяч евро, там, ну, чуть больше. Сейчас курс у вас получается 86 где-то. Там 27 тысяч евро, 25 метров стоит. Я думаю, ребят, за такие деньги новую квартиру, студию там в хорошем жилом комплексе, я думаю, вряд ли в какой стране вообще купить можно. Только что-нибудь старое, убитое. А здесь вот такие цены еще есть, еще можно новое жилье купить. Ну, правда, еще ремонт надо сделать, конечно, в ней. Вот видите, и справа, и слева, ребят, делают дороги четко. В общем, такая здесь инфраструктура очень хорошо развивается. Во все стороны. Ребят, трассы хорошие, в принципе, вот так вот по трассе ездить нормально. Вот уже, конечно, какие-то дворы выезжаешь, уже, конечно, гораздо хуже. Вот справа и слева здесь долина нищих, дома хорошие строят. Мы вот тоже думали, ребят, ну мы что-то вообще здесь никаких домов мы уже в России не хотим. Только лучше квартира, чтобы спокойно уехал, сдал ее там и забыл про это. Ничего не ломается. Как я вот свою квартиру там сдаю уже, сколько там уже получается, 15 лет. Никаких проблем. А видите, дом мы сдавали около там, сколько, 10 лет, даже меньше. 9-8 лет мы дом свой сдавали. Ну, пару лет в нем жили. Лет 6, наверное, мы сдавали. Или 8 даже дом. Вот. И видите, ребята, мне там счет выставили на, получается, на сколько? На 400 тысяч рублей на ремонт. Там всякие пробивка, еще там куча всяких, что надо только делать, ребят, с этим домом там. Вот. Обрабатывать его нужно, все остальное, деревянный сруб. Вот. Поэтому, ребят, конечно, дома, даже, думаю, если кирпичный будет, все равно там куча надо всяких вложений, чтобы его просто поддерживать. Так себе в своем жиле, конечно, жить кайфово, друзья, но геморройно. Поэтому проще. Все-таки кто вот так вот знает, что выезжает в разные страны, там на юг пожить куда-нибудь, еще куда-нибудь. Народ более такой активный, на одном месте не сидит. Вот, а зимой там уезжает в Египет или еще куда-нибудь, ребят, то можно, в принципе, конечно, гораздо лучше, ребят, купить квартиру. Это такие мои рекомендации. Насколько мы, ребят, сейчас столкнулись с Юлей на эту тему. Потому что квартиру можно сдать и забыть об этом деле. И все курировать. А дом, видите, ребят, много нюансов. И у нас постоянно он кушал финансы. Вот, ребят, уже, в принципе, пока еще две полосы, но сейчас дорога расширяется. О, пока мы ехали, друзья, выезжали, было 5 градусов, сейчас уже 7 градусов. Немножко погода поднимает. Сегодня солнышко, ребят, сразу вообще такое настроение. Сразу. Очень приятно. Так что, друзья, кто вот мне писал, по-моему, два комментария я видел там, по-моему, куда лучше приехать в Россию. Можете, ребят, приехать сюда, опять же. Ну, конечно, ребят, наверное, все-таки, если вы любите море, лучше приехать в Краснодарский край или куда-нибудь, или в Сочи. Вот, я думаю, в Сочи уже там все дорого сейчас. Но в Краснодарском крае еще, я думаю, можно что-нибудь более-менее найти. Нормально, по крайней мере. Вот, то, конечно, лучше туда, на юг, понятно. Ну, а кому центральная часть России нравится, ну, конечно, можно вот Казань рассмотреть как один из таких хороших перспективных городов. Ну, видите, как он подрезает. Раз так передо мной прям заехал. Обалдеть. Вот это, конечно, ребят, вот такой, вот такого вождения, ребят, я вот не видел в Испании. Там все четко, полосы. Там, конечно, больше автобанов вот это привлекает. Вот. Ну, здесь вот у нас, конечно, в плане стрессовости, конечно, такие моменты есть разные. Люди еще ездят, так бывает, не все едут плавно, спокойно. Еще можно и нарваться на кого-то. Видите, пока вот мы едем по одной полосе. Скоро, я думаю, уже будут две полосы работать. Надеюсь, уже весной, когда я приеду сюда. Может, конечно, я раньше здесь появлюсь, не знаю. Уже будет здесь все, дороги все будут уже нормально работать, автобаны на выезде. Поэтому, ребят, если вот уже вот здесь рассматривать, конечно, ребят, я вот Нижний Новгород уже не рассматриваю, мне уже очень нравится Казань. Если вот уже хоть там, по крайней мере, как называется, переобуться, приехать там или просто пожить здесь свое жилье, конечно, ребят, сюда спокойно приехать, здесь можно летом, здесь можно хорошо находиться, здесь хорошая погода, например, там в Испании, в Турции жара, а здесь отлично. Кстати, видите, впереди Kia Optima, друзья. Вчера смотрел Авито, я так просматриваю машинки, сейчас интересуюсь. И видел, ребят, 19-го года Optima продается, ребят, за 1 150 000 вообще была. Вот такая цена. Читаю, вроде, думаю, можно, наверное, после такси или еще после чего-то. Ничего подобного, ребят, просто хорошая машина, все нормально работает, говорит, в идеальном состоянии, говорит, 1 150 000. Представляете, 19-й год Optima, Kia Optima. Вот тогда вот я не мог найти ее там только после такси такого года. Видите, сейчас, ребят, все-таки попадаются, надо, видно, просто отслеживать. Вот, мне опять пишут, давай машину за 1 000 000 заберем.
такие вот нюансы, друзья. И все, ребят, мы уезжаем сейчас вот. Вот, ребят, кстати, виадук большой, ребят. Это пересечение с трассы М7. Здесь у них хорошо очень сделано, друзья. Здесь можно, видите, весь город объехать по М7. Например, если той части вам нужно сюда, вы можете вполне по М7 объехать. Вот в Нижнем Плохово такого вот нет, только там в одной части города. Вот в Казани такое есть. Можно раз обскочить и здесь заехать в город гораздо быстрее, если вам нужно. Вот здесь объездная хорошая очень, наверное, в этом плане. Ну, понятно, она такая очень длинная, там можно 15 км дать, чем по городу больше, но все равно. Видите, широкие дороги отличные. Камеры стоят, конечно, в Казани, друзья, очень много камер. Вот я еще пока, не знаю, не проверял еще пока свой, скажем так, штрафы своих не проверял еще. Попозже проверю. Я, ребят, уже на низком старте, уже вот сейчас еще остался небольшие дела доделать, и, в общем-то, буду трогаться. Отличненько. Вот, ребят, слева, справа березки. Как мне кто-то писал в комментариях, не скучаешь ли по родным березкам? Хотя, ребят, где-то я в Швеции катался, там, друзья, березки есть. Даже очень много. В принципе, там, ребят, похожа погода вообще на такую российскую прям. И природа такая же. Все похоже, конечно. Отличается от Германии. Видите, 6 полос, друзья, с обоих сторон. Классно едешь, в принципе. Такой автобан, ровная дорога. Здесь, конечно, в Казани вот Мадридский тракт именно, ребята, он хорошо очень построенный. Все очень удобно здесь. Вот, не знаю, сейчас, думаю, буду уезжать в город, уже ни в какую пробочку я уже не попаду. Ребята. Итак, друзья, сегодня собрался уже ехать. Все-таки я постукивал немножко подвеска. Вот стоки стабилизаторов купил вчера, ребят. Цена, значит, их была 1150 стоила каждая. Белорусские. Представляете, белорусы делают на Крайслер. Вот такие вот темы. Вот сейчас вот приехал в сервис. Видите? Вот сейчас машину поднимут, буду менять. Вот такие, ребят, стоечки. По 1050. В общем, работа скоро 500 рублей будет стоить. Такие вот сейчас поменяют. Надеюсь, стучать не будет. А то страшно, ребят, ехать. Сегодня уже хочу быть в Ульяновске. Такая вот тема, поэтому сейчас вот, надеюсь, быстренько поменяют, я уже наконец тронусь, ребята. Вот. Такой сервис прям недалеко от нашего Царева есть, сказали, что все здесь делают. Так, ребята, так, ребята, болты прикипели, поэтому приходится их резать. Так, вот попить, рядышком в магазине, пока вот еще даже разобрать старые, сложно снять, друзья. Вот потом только будет так новые делать. И вот, ребят, болгаркой Марсель отпилил стойку. Видите, такая вот старенькая. Все не убитый полностью, да, Марсель? Стойки-то. Как я понимаю. Да, вот это убитый. А, вообще убитый. Да, вот она, та сторона, по-моему, стучит. А, вот она убитый прям, да? А что на ней, вот сталинблоки вот эти, что ли, да, вот эти убитые? Вот, тут тоже бьет. А, вот тоже бьет, да, все? А, вот эти все, да? Сталинблоки, да, вот эти? Понял. Вот это. А вот новые нормальные, да, получается? Да. Так, а где тут новый стоит? Я вот посмотрю-то. Где? Сейчас залезу. А, вот это, вот какая красивая какая, светленькая. Нормально прикрутили, да? Да. Супер, все. Вот, теперь отлично поеду. Вот, ребят, видите, как классно сделал Марсель. Сейчас вторую еще. И все. Они какие старые. Ведь давно уже не меняли, друзья, стойки на Крайслере. Давно уже, да, не меняли? А вообще их меняли хоть раз или нет тоже? Ой, не могу сказать. Даже непонятно, да? Меняли, наверное, скорее всего. Потому что они болтались. Они потому что убитые, да? Убитые. То есть быстро убиваются, да? Достаточно, как понимаю. Если оригинал врач, то подольше ходит. А, ну я взял какие-то белорусские. Наверное, тоже ненадолго, да? Не знаю. Вот я ставил на свою машину, 2 недели прокатал всего лишь. Всего? Да. Ничего себе, как стойки, да? Да.
Ни хрена себе, две недели? Две недели, да. Что-то вообще жесть какая-то. Я надеюсь, хоть несколько месяцев проезжу на них. Они, конечно, по 1000 рублей там с копейкой. А ну, нормально. Нормально? Я по 300 брал вроде. Ну, по 300? Не Honda, машина. А что, по 300 такие цены? Если стойка по 300 рублей стоит, это такая. Охренеть. Это кто-то, кто их делает, я не знаю. Китай. Китай тоже, да? Да, Китай все делает. Все понятно. Итак, друзья, наконец я собрал свои вещи. Сегодня, видите, солнышко светит. Такое приятное. И все, ребята, еду в путь. Вот выезжаю уже первый час дня. Видите, быстро не получается, пока тут все дела какие-то сделаешь. Но уже трогаюсь, ребята. Сейчас еще... Ну, у меня еще пару дней, пару дел маленьких в городе. И уже сегодня выдвигаюсь. Надеюсь, к Ульяновску уже доеду сегодня. 200 с чем-то километров. Ехать 3,5 часа. К вечеру, может, уже буду в Ульяновске. Вот, ребят, еду на своей тачке. Крутой. Мыть я ее не стал, нет смысла. Все, мне сделали подвеску сегодня еще. Поэтому надеюсь, что сейчас будет все окей. И машина дотянет до юга. Итак, ребята, последний раз езжаю в город Казань. Сейчас еще тут пару дел доделаю. И, в общем-то, буду выезжать уже в Ульяновск. Видите, сегодня солнечная погода, 10 градусов аж даже. Погода вообще зачетная прям. Даже жарко. Но надеюсь, сейчас уже через 2-3 дня я уже буду ближе к югу. Там будет потеплее. Сейчас опять, наверное, попаду в пробки. Ну, вот тут такая тема, друзья. В день где-то успеваешь 1-2 дела. Больше, наверное, не успеешь. Потому что все стоит. Сложно добираться. Видите, какое классное сейчас солнышко. Итак, друзья, я тронулся. Сегодня солнечная погода. Хорошей дождика нету, 11 градусов. Все, ребята, выезжаю из города, вот через Горьковское шоссе еду. Здесь вот и потом уже дорога будет идти не на Чебоксары, Нижний Новгород, а уже на Ульяновск. Поворот будет налево. И, ребята, вообще прикольно. Брал тут, интернет у нас не было, я не люблю эти подключать, вот которые, как с Испании у меня сейчас осталось, вот эти, которые там за 30 с чем-то рублей. Wi-Fi. Я взял мегафоновский роутер, вот, в аренду. Вот, и тариф там сделал, сим-карту сделал, мегафоновскую. Ты представляете, следи там с переездами какими-то, Я эту коробку где-то, видно, потерял. Не могу найти эту коробку. Они без коробки не принимают, говорят. Они, или, говорит, давайте платить 7000 рублей за этот роутер, или, говорит, платить аренду. Вот тут, в общем, тут на нервах был, даже поскандалил немного с ними там в этом мегафоне, блин, пипец. В общем, претензию написал какую-то. Вот сейчас по 100 рублей будут платить. Я говорю, мне он не нужен. Я говорю, а мы не можем принять его, не можем. Ну, вот там сказали, говорит, или вы купаете, говорит. Это два дня я ходил даже туда. Вчера ходил, они говорят, мы ничего не примем, идите, мы записали запрос. И сегодня вот еще ходил, они говорят. Вот, в общем, или вы купаете, или платите аренду 100 рублей. В общем, я вот сим-карту заблокировал, 100 рублей будут платить аренду. Я говорю, я сейчас уезжаю в Турцию, они говорят, нам без разницы. Говорит, вот там почту оставил, вот с ними, наверное, будем сейчас переписываться. Платить буду по 100 рублей аренду. Ладно, хоть аренда недорогая, потому что сим-карта стоила там рублей 600, по-моему. Я ее заблокировал. Вот такая вот ситуация, ребят. Даже без коробки, ребят, ничего не сдашь. Коробку где эту брать, я даже не знаю. Вот так вот. Такие вот моменты, конечно, интересные, друзья. Вот. И все, ребят, выезжаем. Мне до Ульяновска пишет 2 часа 53 минуты. Видите, тут до сих пор еще пробки. 260 километров. Вот часов 6, надеюсь, буду в Ульяновске. Там встреча с знакомыми приятелями. Встреча будет одна вот с однокурсником у меня. Еще не знаю, может где-то сутки, наверное, может в Ульяновске проведу плюс-минус встречусь. Попробую, ребят, записывать видео. В общем, как получится, друзья. Сейчас вот снимаю в 4К. Вот, надеюсь, что качество будет нормальное. Вот, в общем, ребят, первый город будет. Оказывается, смотрел, я еду через... Мне можно ехать через Саранск, через Пензу, там два маршрута. И еще, по-моему, я даже заезжаю в Тамбов, друзья. Вот такая вот дорога у меня будет. Вот сейчас 200 километров сегодня, наверное, буду здесь. И там еще, ребят, 800 километров до Воронежа. Вот такая вот дорога. Из Казани, конечно, я ни разу не ездил. Из Нижнего-то я ездил туда, вот. А вот из Казани-то я еще ни разу не ездил. Тут другими дорогами, оказывается, ехать на юга. Такая ситуация. Еду уже, осталось мне 150 до Ульяновска. В общем, видите, тут пробки односторонние, везде ремонт дороги.
Пипец, конечно, ребят, тут ничего пути не обогнать. Нормальные знаки. Дорога видно, от Ульяновска, Казань такая обычная. Не 4 полосы, а 2 полосы. Вот, поэтому вот, что вот не еду, только с этой трассы М7 съехал. Сразу ремонт дороги пошел. Вот так вот постоянно едем, друзья, вообще. Вот такая вот жесть. Конечно, надеюсь, что вот сейчас мне показывает 2 часа 8 минут. Еще ехать 149 километров. Вот такие вот нюансы, ребят. По России еще не катался нормально, не считая того, что на автодоме приехал. Вот сейчас прокачусь немножко, ребята. Интересные моменты. Уже, ребят, машина едет по-другому. Уже вот сегодня сделал я подвесочку, получается, поменял. Вот забыл, как называется-то. Стабилизатор вот эти передние. Вообще машина все, ничего не гремит уже. Все супер просто, ребят. Поэтому сейчас, конечно, друзья, еду, просто кайфую. Кайфую, конечно, ребят, такой машине классно ехать по трассе. Просто обалденно. Вот по городу я смотрю, она у меня кушала уже 13 литров даже. Потому что по городу катался хорошо. Вот сейчас вот потихонечку спускается, уже вот до 12 дошло. Сейчас, наверное, будет еще меньше и меньше все. Потому что по трассе еду. Такие вот нюансы, ребята. Едем в 2 полосы. Итак, друзья, мы заезжаем в город Буинск. Вот тут его навигатор меня обводит. Видите, ребята, очень сильно яркое солнышко идет, садится. Прям вообще глаза. Очки пробовал одевать, но сложно в них. Солнце мощное. Навигатор нас ведет вокруг, но мы сейчас с вами прокатимся по городу Буинск. Как раз через него едем. Посмотрим, что за городок. Буинск, я слышал про него. И, в принципе, там уже осталось где-то 87 километров. Вот уже 1:22 до Ульяновска. У меня там будет где встреча. В общем, посмотрим. Вот видите, такой городочек. Все едут сразу, крадутся буквально 40. Уже больше нельзя. Гостиница. О. Меня сегодня пригласили переночевать на даче приятели. Вот, очень классно. Поэтому это вот первая ночь будет на даче у друзей. Сейчас заедем, друзья. Сейчас идет разворот. Буинский машиностроительный завод. О, как здесь машины стоят. Посмотрим, ребят, немножко периферию, небольшие города. Магазинчик «Золотой каравай». Узбечка. Кафе «Узбечка». Вот, ребят, какие названия тут классные. Все, мы уже, получается, через 400 метров на перекрестке скорого движения. Мы уже, ребят, по ходу дела уже выезжаем уже с Татарстана. Буинск, это, наверное, уже не Татарстан, мне кажется. Хотя, в принципе, не знаю, сейчас свои номера. Не, еще 116 регион, ребят, еще 116. Еще Татарстан. Так, вот центр прямо. Сейчас прокатимся по центру. Канаш какой-то вот идет, разветвление. Вот так вот. И вот, ребята, мы едем к центру уже, заехали в город. Объездная дорога ушла влево. Вот такой вот Буинск. Сейчас мы уже скоро к центру подъезжаем. Небольшой город в Татарстане, получается. Ух, солнце, ребят, садится. Солнце вообще очень яркое сегодня прям. Меня, ребят, такие провинциальные городочки. Конечно, наверное, долго я в них наверное, жить не смогу. Но вот так вот где-то остановиться, прогуляться, посмотреть. Так, ребята, я уже в Ульяновской области. Вот еду, ребят, везде 2 полосы. Вообще не обгонишь никого, потому что одни фуры. Я тут несколько раз обогнал. Потом понял, что они прям колонны идут, эти фуры. Их бесполезно обгонять. Их нескончаемый край. Поэтому вот, ребят, приходится ехать вот 70-80 километров в час вот за ними. Вот. Тут бесполезно обгонять, потому что и знаки, и одни такие вот машины грузовые едут. Вот. Поэтому, ребят, к сожалению, вот здесь дорога вообще полностью жесть, одним словом. Ну, вот сейчас, соответственно, деревни. Здесь боль не разгонишься. Поэтому вот в таком режиме. Так навигатор показывает, как раз где-то 50 километров за час проехать может только. Вот так вот. Так что здесь, конечно, надо дороги делать. 4 полосы.
Еще, наверное, до этого далеко. Все, друзья, и нам осталось 40 километров до Ульяновска. Видите, уже темнеет. Ну, наверное, уже вот через 40 минут приеду. Итак, друзья, мы в Ульяновске. Сегодня встретились с Алексеем, однокурсником. Леш, приветик. Привет. Немножко, да. И вот, ребята, мы встречаемся с Алексеем в таком ресторанчике. Видите, сегодня у нас что, среда получается, да? Да, среда. Да. Видите, ребят, среда, никого нет, вечер, 7 часов, никого нет. Вот нам сделали такую классную пиццу. И пьем вкусный кофе. Вот, друзья. А, кстати, Леш, а что, никто не ходит в ресторан по вечерам здесь? Вроде мы в центре города сейчас, да? Да нет, почему? Ходят, ходят. Ну, еще, может, не вечер. А, еще не вечер пока, да, еще? Что-то прям вообще-то никого даже нету. Днем больше. Днем больше здесь даже? Да, как комплексный обед, приходит, перекусывает, народ. А, бизнес-ланч, да? Да-да-да. Все-все. А так, суббота-воскресенье здесь не зайдешь. Серьезно здесь? Тем более там вот на улице, ну, может, вот курить выйдет, там еще поснимаешь, там караоке, там здоровое здание прямо здесь стоит. И тут так нормально. Тут, ну, свадьба в основном. Не рождение, свадьба. Звание, у тебя здесь свадьба была? Здесь свадьба, да? Нет. Когда свадьба была, здесь еще не было ничего. А, еще не было. Тут даже этого района не было. А, вот. Все-таки расстраивается Ульяновск, да, потихонечку? Да, ползет, ползет. Вообще какие-то новые, комплекс какие-то есть новые там? Какие-то там ЖК, жилищный комплекс новый, да. Строят или мало? Полно. Полно уже, да, все-таки? Почем здесь вообще вот разбег цента на квартиру? Ну, в принципе, как говорится, не нуждаюсь, но... Ну, от полутора можно, наверное, что-то начать. Правда, не знаю, какой метраж. Это уж свежий квартир, новый, да? Да, 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 да. Можно, не знаю, что, да? Внутри, там отделки есть, нет, или голые стены. Вот реклама идет от 1500. Угу. Какой метраж, бог ее знает. Тут пока не надо. Пока не нужно. Все, все понял. Леш, расскажи, может, вообще, как вот после школы милиции приехал, куда устроился, или какие там планы были, как 20 лет прошло после школы. Какие планы? Контракт был подписан, 5 лет от работы. Ну, приехал в АВО. Так и до пенсии там проработал. А, ты прям до пенсии даже, да, слушай? Да, 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 да. О, и кем? Полковником, майором? Майором ушел. А майором? Город у нас маленький. А, потолки маленькие. Нет таких потолков, да. С должности замначальника ЦОУ, ну, тем не менее. ЦОУ? А, ЦОУ даже. Центральное оперативное. Центр оперативного управления. А, да, да, я что-то такие названия уж помню, так чуть-чуть. ЦОУ, это маленькое другое. Ну, это когда у нас же тут объединение произошло. То есть все районы, как городское, это самое. Вот. Ну и все, до пенсии доработал. Тут маленько поковырялся в частниках, тоже в ЧОПах. Замдиректор, директор ЧОПа. Вот. Здесь. Как вообще вот жизнь в Ульяновске? Город-то маленький, скудненький. Скудненький город, да? Скудненький. Денег нет здесь в городе нашем. Вообще нет ничего, да, тут? А что, Воронеж не остался уже такой побольше? Многие остались? Да не знаю, что тут. Многие остались, конечно, не вопрос. Не знаю, что-то домой потянул, что ли. Домой? Ну да. Ну, вроде там женится на Воронежских, остаются вот так вот, или с собой забирают невесту. Провокационный вопрос. Понятно. Ну, конечно, девушки-то Воронеж. У кого там не было? У кого не было Воронеж, девушка, скажите мне. У всех были, понятно. Понятно. Не по одной, причем, наверное, по две, по три, а то и больше. А вообще, как жить в России? Я просто вот 5 лет в России, получается, не жил. Как здесь сейчас что-то поменялось? В Ульяновске, например. Лех, да с какой колокольни смотреть? Кто хорошо живет при деньгах? Можно в России жить. Ну так. Да. Денег как бы, ну, проблемы есть, то, естественно, плохо. Да, мне кажется, как везде. Хоть у нас, в России, хоть там, мне кажется, за границей. То же самое, наверное, кто знает. Все-таки, как получилось так, что все-таки в милиции остался, там не уволился? Я знаю, что многие очень уволились. Да, ну как, в принципе-то пошло же все нормально, то есть... Год в год, а, звание, день, да, день звание, должности, все это пошло. А там, как говорится, как в анекдоте, да? У полковников, генералов есть свои дети. А, вот так вот, да? Дальше не пойдешь, да, никуда? Дальше, да, все, дошел, а дальше уже там свои есть, да. Свои. А что, прям попросили на пенсию или чисто сам уже понял? Нет, уже сам уже надоел просто. Уже надоел все? Да, думаю, пенсия есть, ловить дальше. Это там. Ты прям ровно 20 лет, да? Да, 20, ну там с копейками. А то у нас некоторые уходили, вроде пенсии есть. Когда начинают считать, они уже все сидят, балдеют. Все, я завтра, послезавтра там на пенсию. Кадровики посчитали, те еще полгода. А, вот так вот. Да, да, да. Поэтому я уж там полгодик еще, ну, добавок, чтобы, ну, как говорится,
А, чтобы нормально было, да? Ну, чтобы потом не пришли и там не сказали, вот иду типа на пенсию, а тебе еще там надо это самое. Ага. Ну, запас. А вообще на пенсии здесь жить можно как-то вот, или куда-нибудь там на юг переехать, жить там на море? Возможно так или сложно очень? Да ну переехать почему? Возможно, что нет. Запросто. Деньги есть, езжай хоть на юг, хоть на Алтай, хоть на Камчатку, хоть куда да. хочешь. Да. Все-таки милицейская пенсия, она более-менее нормальная, там, чем наша обычная, там, 8 тысяч рублей или 10 тысяч рублей российская. Ну, от выслуги, с должности, какой ушли. Есть он знакомый там и по тридцатке, и побольше получает. А, такие даже пенсии, да, получаются? Да, 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 да. Ну, у меня выслуги, что, двадцатка у меня небольшая сама. А, тут, в общем, 20 лет, это получается прям очень маленькая пенсия, да? Да, спасибо минималка, большое. Что там получается. Минималка. Вот. Спасибо. Вот, отлично, с кофейком. Угу. Леш, со встречей. Давай, 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 давай. Рад увидеть. Так, опа, ребята, вы кофеек? Кофеек. Не подумай, что это другое. Нет, отлично, отлично. Понял все. Слушай, а вообще вот как-то вот, не думал мигрировать, например, куда-нибудь в другую страну? Не было таких мыслей? Что-то нет. Во-первых, у меня супруга еще служит. А, она тоже в погонах? Да. Тоже в милиции, что ли? Тоже в Росгвардии. А, в Росгвардии? Тоже майор. Сейчас уже майор, но еще ей до пенсии, правда, далеко еще. А, вон как. Да, поэтому куда мне мигрировать? Мне за границу-то выехать нельзя. Нет, одному-то можно. А, понятно. А, сейчас же ведь не пускают, да? А, их-то да, их нет. Вообще не пускают никуда. И получается, на юг ездить только на наш юг, да? Больше никуда нельзя. Нет, там что-то есть какие-то страны, типа вот... Врать не буду, я не знаю, там, ну, значит, дружественный Китай, Белоруссия, там вот. А, вот такие, да, Болгария, Китай. Может быть. Ну, Турцию вроде начали выпускать. А, Вьетнам я слышал тоже, Вьетнам, по-моему. Или Вьетнам, да? Ну, вот такие, Монголию, пожалуйста. Монголию, может быть? Казахстан, там вот эти вот такие. Таджикистан. Если кто захочет, конечно. Слушай, интересно. А как это получается вместе в погонах, да? Ну да. Интересно. Ну, как ее переманил, поженились-то она не была в погонах. А, ты ее к себе сюда. Ну да, думаю, а что тут тыркаться-пыкаться, как говорится, от самого. Говорю, давай, пошли, я тестуюсь. А, ну, даже вот. Офицерскую должен. Офицер, да, да. Очень интересно. Как мне кто-то говорил, такой прикол, говорит, один в милиции работает, а другой должен деньги зарабатывать. Ну, типа, деньги в бизнесе. Вот такой прикол. Вообще встречался с кем-то так вот, с однокурсниками, Леш? Ну, ко мне вот Колян приезжал Ирнеев в этом году второй раз. Угу. До этого он где-то лет 5 назад, наверное, это самое. Ну, тоже приезжал. Угу. Вот в этом году в начале лет приезжал. У него тоже там путешествие было. Привет, Колян. Шестакову, короче, всему второму взводу, всем привет. И не только второму, первому, второму этажу, с первого по... Сколько у нас? 6 взводов было, по-моему? 7 даже. 7 взводам. Всем, кто помнит. А на 10, на 20 лет был? Не был. Я вчера работал тогда, это нереально. Нереально было даже выехать, да? Отпуск как? Вот сейчас конец года. Сейчас начнут, как говорится, ну, планируется на следующий год отпуска. Вот он сказал июль. Угу. Ну, раньше попроще было, как можно было это самое там сместить маленько. Угу. Скажем, не июнь, вот ты забил на июнь. Можно было взять где-то, скажем, ну, после середины мая или в начале июля. То есть, ну, на полмесяца. А сейчас июнь, значит июнь. Август, значит август. Да, вот так вот, да. А поэтому до этого, как говорится, и WhatsApp-то этого не было. Так вот, это самое, и телефоны не то, чем разъехались, телефонов не было. Угу. Ну да, согласен. Леха вот Никишкин с Ульяновска тоже еще. Ну, а, он здесь даже был, да? А, он сейчас, наверное, в Воронеже, по-моему, что-то. Ну, он в Воронеже живет. Ну, а так-то мы поступали с ним вместе. Отсюда, да? С Ульяновска, да. Но он в Воронеже остался, женился там все. Угу. Ну, так многие, в принципе, что. Да. У всех дела, у всех забота. С одной стороны, вроде рядышком, вот Самара недалеко, в принципе, Казань. А, кто-то есть, да? Ну, Леха Щурикин, помнишь? А, да-да-да-да. Угу. Леха Щурикин, потом Боровков, по-моему, тоже в Самаре. Ну, многие остались в Воронеже. Ну, какая-то часть, да. Какая-то часть, наверное, остается. Да, согласен, согласен. Вообще, как тут, нет, не жалеешь там, что вообще школу милиции закончил, вообще милиции служил? Да, наверное, нет.
принципе, в те годы, когда начинали учиться, сам помнишь, это же было начало 90-х. Ну да, ни там работы, ни заработы. Ничего. Тут либо милицию, либо бандиты. Ну да, тогда вообще сложное время было. Да, да, а да. Как ты вообще, вот, когда приехал сразу, там устроился именно по специальности, да? Да. Сразу, да, вот да, по нашей да, технической да. теме, да? Да, да, сразу в АВО, ну нас же учили на ВАВО. Да, 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 да. Сразу вот. И вперед, вперед, вперед. Я и говорю, в принципе, поначалу все нормально было. Uh-huh. А, вот, а потом, вот я говорю, не то престиж какой-то стал, не то люди стали соображать, что, о, а что там, сиди, баклуши бей. Ну, вот есть же такие uh-huh. большие чины, это самое, ну, занимают, uh-huh. другие бегают, что не сидеть. Так даже. Да, как везде. Страна же у нас такая же, Россия. Ну, в общем, за последние 5 лет что-то изменилось? Леша, здесь, в Ульяновске. Трудно сказать, когда живешь в одном и том же месте, вроде оно как было, так и есть. Это ничего не заметно, это, да? Это, Лех, вот тебе хорошо, ты по всей этой миру uh-huh. покрутился, хоп, приехал, ага, здесь что-то новое, здесь что-то новое. Ну да. Вот, а тут живешь, как говорится, все новое. Ну, в другой город приедешь, вот в Самару иногда езжу, сам, ага, тут что-то перестроили, особенно вот чемпионат мира, это был когда футбол. Uh-huh. Там полно у них что понастроили, в принципе, как в Казани наверняка, там развязки, улицы, стадионы. Ну, видно, что что-то изменилось. А когда живешь в своем городе, ну, все на твоих глазах. А в Ульяновске что-то меняется вообще, в Ульяновске? Как там, какие-то развязки тоже, что-то новенькое сделали? Ну, есть, да. Вот, ты в Пензу поедешь, через новый мост не поедешь. До Крымского моста у нас был самый длинный мост. В Пензе, да? Нет, в Ульяновске. А, в Ульяновске, да? Да, в Европе, по-моему, что ли. Ну, 12 километров, короче. Через Волгу, да? Да, 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 да. О, даже так. Вот, если сейчас вот выйти прям напрямик, буквально 2 километра, мы 3 километра, мы на мосту на этом. А, здесь, да, рядышком все. Да, да, да. Ну, там развязку сделали, ну, так, небольшую. Да, в принципе, я не знаю. Не с чем сравнивать. Не с чем сравнивать. Да. Вроде что-то делается, что-то это самое. Ну, фиг его знает. Угу. Вот. Понял. Как-то вообще вот за 10 лет есть понимание, там как-то счастливее стал как-то вот в жизни или все-таки... Я вот, например, заметил, что там, пожив там в Испании, еще в каких-то странах, что, в общем-то, Россия не самая плохая страна для жизни вообще. Вот там сравнить их, если мы так вот. Не, ну хорошо, и опять же, есть чем сравнить, понятия не имею, как у них в Испании. По телевизору видно, нормально все. А так даже, ну, сравнить нечего, Лех. Сравнить даже нечего. Сравнить, да. За границей не был, поэтому. Крым. Ну, Крым. Крым даже был еще давным-давно, до школы милиции там это. Uh-huh. А так, юга. Ментовские санатории. А, вот так вот. Посещал тоже, да? Да-да-да. На нашем виде. Санаторий, да, вот это же, конечно. А вообще, куда сейчас вот супруга на пенсию выйдет, на юг куда-нибудь не собираетесь? Там ближе к морю. Лех, что за гадость? Ну, видно будет. Сейчас Казанский край такой популярный. Вот Валера туда переехал, кстати, вот в наш завод, замков завод. Ну, вот у меня товарищ ездил буквально вот конец августа, сентябрь, поехал в Крым на своей машине. Плюнул весь, говорит, больше на машине точно не поеду. А что так? Ну, не знаю, может, ему так повезло или что-то. На заправках на ее. А, говорится. Понятно. Угу. Ну, в машине же сам же знаешь, да, там по делению можно определить, это самое, там 15 литров надо или там 5, грубо говоря. Угу. Он видит, мне там 10 литров надо. Ему там, ну, 20-ка заправилась. А, вот так, да? Да, 10 минус, да? Это ну, такое уже добавил. Да, 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 да. Ну, я не знаю, может, так что повезло. Ему. Да. Может, он тоже сталкивался с этим. В группе потом скажут. Ну да, ребят, напишите, ребят, в группе, кто. Кто, да, кто ездил на машинах. Да. Ну, я вот сейчас поеду, конечно, я узнаю. Я сейчас хочу и Крым посетить, и Сочи. Ну, надеюсь, и этот Кавказ, там, может быть, Чечню заеду даже, смотрю там. Вот и Нальчик, потом вот Владикавказ, и получается туда, вот в Грузию, наверное, поеду. Ну, опять же, если что, ничего не изменится. Может, машину еще продам, даже поменяю. Там кому-то или кто-то есть? Или? Ну, кто-то, да, есть подписчики, есть знакомые вот, нашего накурсники. Ну, свежий канал, тут понятно. Да-да-да, быстрее что-то написали, я кому-то заеду сейчас. Леш, слушай, а расскажи вообще, какие вот здесь хобби вот так вот, наконец-то, нашего русского брата, у мужчин, в основном, наверное, какие хобби вот сейчас здесь есть? Охота, рыбалка. Охота, рыбалка, да? Грибы, кто любит. А больше ничего такого, да, вот так? Не знаю, не вижу другого, например, ничего чего. Ничего нет вообще, да?
Ну, а что, например? Ну, чтобы там, ну, понятно, дайвинг это надо куда-то там на Египет лететь или еще что-нибудь. Конечно, здесь откуда у нас? Ничего такого. Я не знаю, в Нижнем есть дайвинг? Ну, может, есть кто там в бассейнах хоть занимается. Так, ну, вообще, больно-то. Ну, я, в всяком случае, здесь у нас не слышал такого. Может, и есть, конечно, но вряд ли. Такой вот обучающийся, может быть, обучение там в бассейне, опять же. А так, чтобы на, где у нас, на Волге, на Свияге. Угу. Нет, ничего, больно. Еще одним словом в этом плане. Просто, да? Все просто, как были времена, чем мужики занимались. Охота и рыбалка. Итак, друзья, ничего не видно, правда, но вы, в общем, ребята, давайте приехали. Включим подсветочку. А, здесь подсветочка, вот, отличненько. Вот, Дим, приветик. И мы, ребят, приехали в Ульяновск, вот, к Дмитрию. В гости. В гости, да-да-да. Сейчас посмотрим, сейчас немножко Ульяновск, вот, Дима прокатит. Вот это у нас центральная улица. Центральная улица, да, здесь уже? Да, улица Гончарова. Опа, Гончарова. Мы едем на классной машине. 200-й крузак вообще, один из первых моделей, 2007 года, ребята, вообще класс, как едет, просто сказочно, едем вот с такого, как на автобусе. Вот сейчас справа у нас дом Гончарова, вот здесь, есть, да? Такой писатель Гончаров, он родом из Ульяновска и жил в Ульяновске, он написал такое произведение, как там, роман «Фрегат Паллада», вот это дом Гончарова, это там его музей. Ага. И вот тут там часы мы сверху увидели, и вот тут все влюбленные у нас назначают свидание под часами. Под часами, да? А, вот так даже, да? Вообще город пол такой небольшой, да, достаточно? Да, 650 тысяч населения. 650 тысяч. Небольшой провинциальный город, очень зеленый, уютный, благоприятный, да, для жизни. Дим, никогда не был соблазн там куда-нибудь уехать? Нет. Не хотел никогда? Ульяновск очень нравится. У нас тут такая шикарная Волга, да? Завтра вот будет светло. Угу. Посмотрите в Волгу. Вот у нас самый-самый центр наш. Вот это прям, да? Да. Ага. Вот тут вот пересечение вот улицы Гончарова и улицы Карла Маркса. Все улицы у нас, кроме Гончарова, названы есть коммунистические вождей. Но это, наверное, во всех городах. У нас улица Ленина, улица Карла Маркса, улица, ну, везде такая. Фридриха Энгельса. Mm. Дима, что вообще за последние там 3-5 лет поменялось вообще в городе? Ну, город, да, конечно, становится лучше, красивее. То есть у нас так очень за городом ухаживают. Газончики, все подметено, все чистенько. Вот. Все интересно. Да. А вообще какие-то жилищные комплексы новые строят? Конечно, конечно, да, строят и жилищные комплексы. Большие, много всего. В общем, хорошо. Можно приезжать жить в Ульяновск. Можно довольно. Можно. А вообще с работой здесь нормально так вот? С работой плохо. Плохо, да, здесь? Ну, как бы нет, работа есть, но у нас такой регион небогатый. То есть тут заработные платы невысокие. Понял, тут получается, тут сложно очень деться что-то. А отсюда вообще люди уезжают, там в Москву, ну, уезжают, в Казань, да? Конечно. Уезжают? Конечно. Конечно, уезжают. Вот мы сейчас проедем нашу центральную улицу до конца. Впереди вот здание Центробанка, угу, подсвеченное. И поедем сейчас в сторону нашей реки Волги. Волги, да. У нас Ульяновск расположен в таком интересном месте. У нас протекают две реки. Протекает река Волга, сейчас мы едем в сторону нее, и река Свияга. Свияга еще? Да, ну это маленькая река, и эта Свияга впадает в Волгу. То есть она, вот у нас сейчас Волга, она течет с севера на юг. И Волга, соответственно, впадает там на юге в Каспийское море. Все это, наверное, знают из школьной программы. Да, это туда, Астрахань, да, туда? Да, да, Астрахань, и потом Каспийское море. Uh-huh. А Свияга течет наоборот, с юга на север, протекает вот здесь через Ульяновск. Она вот, получается, от Волги до Свияги, здесь 4 километра. Uh-huh. Через вот такой водораздел, через такой, как бы, такой холм. Вот. И она, эта Свияга, течет в Казань, и выше Казани впадает в Волгу. А, вон уж как. То есть у нас можно сесть на какую-нибудь лодочку маленькую, проплыть, потому что на большой лодке по Свияге не проплывешь, проплыть до Казани, в Казани попасть в Волгу и вернуться сюда, в Ульяновск, по воде. О, по Волге уже получается. Ну да, по Волге. Ух ты, это мы сейчас... А, какая-то спазовая площадка здесь, да? Ну да, это вот мы приехали. Вот тут будет... А, ну сейчас тут более не увидим ничего, да? Ну, мы увидим мост. Да. Ну ладно, ну, можно, давай не вставай, поехали, наверное. Да, 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 да. Тут смысла нет, наверное. Интересно, конечно. Здесь тоже самокаты везде, да, гляжу? Да, здесь... да, у нас там интересно. Что тут? Сейчас мы проедем. Вот это у нас Венец. Тут вот на машинах. Венец? Это пешеходная, как бы, зона.
к Вине, да, потому что у нас нет набережной на самой реке, потому что река там далеко внизу. Угу. То есть большой склон. И у нас вот это вот Венец, это фактически роль набережной. То есть отсюда очень прекрасный вид на Волгу. Угу. Вот, и вот здесь такая пешеходная зона, где люди гуляют, тут велодорожки. Сейчас мы заедем вот на эту. Так, а типа что-нибудь Арбата есть такой здесь? Ульяновский? Маленький, да. У нас маленький кусочек пешеходной улицы. Кусочек, да? Прям да. Вообще такой очень-очень маленький. У нас хотят сделать, да, там пешеходную улицу. Вот там вот в центре города. Угу. Там, где много кафешек таких, там ресторанчиков. Но все владельцы бизнесов, вот этих, которые там на этой улице, они очень сильно сопротивляются. А, даже так, да? Да, ну то потому что если туда закрыть как бы автомобильный трафик, то говорят, что у них там все их бизнесы с ресторанчиками, они будут... Сразу, да? Ну, поменьше они считают. Ну, не знаю, насколько это... Здесь у нас вот такой вот гостиница, вот это гостиница Венец. Это у нас в советские времена построен такой комплекс. Наш же город чем известен? Что здесь родился Ленин. А, да-да, Ульянов, да? Да-да. И вот у нас вот здесь вот, вот это вот, он сейчас не подсвечивается, он его реставрирует. Это огромный такой ленинский мемориал. Там под этим мемориалом там несколько домиков, в которых какие-то годы жил Ленин, там как музейный комплекс. И вот этот вот мемориал, вот эту гостиницу Венец, вот там вот у нас мы видим педагогический институт, ну, сейчас университет. Их строили к столетию со дня рождения Ленина. То есть огромный вот этот комплекс, здесь строила вся страна. То есть была огромная стройка. Вся страна даже? Да, да, да. Вот эта вот школа номер один имени Ленина. А, вот гимназия номер один имени Ленина, да, да. Да, да, да. Который, ну, это новое здание, а сейчас мы там подъедем, там будет старое здание, это школа. Вот здесь учатся по, ну, с 4 по там, 11 класс, а вот здесь вот там с 1 по 3, с 1 по 4, я не знаю, как сейчас. Вот это здание школы-гимназии. Ой, слушай, что нельзя даже. А мы вот тут вот встанем, да. Вот, вот это вот здание школы-гимназии, здесь вот как раз учился Владимир Ильич Ленин. О, он даже, это все реально, да? Да, 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 да. Я, причем я тоже учился в этой школе. Тоже учился? Да, 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 да. Понял. И у нас тут была такая история, ну, когда вот мы в детстве учились, то есть каждое там 1 сентября у нас был урок как бы знаний, и мы проводили в классе, тут есть музей, где есть класс, где, значит, вот, ну, как все то, что было, когда учился Ленин, там парта, и нам всем в обязательном порядке давали посидеть за партой Ленина. За партой Ленина. Вообще, это было прям обязательное условие, да. Интересно. Вот это у нас драматический театр. А вот это улица Ленина. Вот она, вот идет. А, вот это пошла, да, уже туда. Да. Это улица Ленина. Классно. Да, интересно. А чем же так вот, Дим, тебя здесь привлекаешь? Это вот отсюда ехать ни разу не хотел. О, советская столовая. Да, 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 да. Это гостиница советская. Ага. У нас такая тоже, у нас в советских времен. Советская столовая. Слушай, мне очень нравится Волга. У нас здесь шикарнейшая Волга, да? Волга. Да, такая у нас. Тут у нас целое море. У нас Волга, самое узкое место, это 3 километра. Вот он, памятник Ленина, да? Да, вот это площадь наша, центральная площадь Ленина. Что-то никого нет, одна полиция. Ну, поздно уже. Да, да. Будний день, и поздно. А мы сейчас туда прогуляемся. Там вот такая улочка какая-то пешеходная у нас. Опа. А можно так вставать, да? Наверное. А, будем, сейчас будем. Посмотрим, да? Да, да, да. И вот, ребята, дом правительства. Да, 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 дом правительства. Да, слушай, очень красивое здание такое прям. Красивое. Слушай, что тут никого нет такое? Это просто, ну, это не выходной день, да? Да, не выходной день, и вечер, и холодно на улице. Поэтому тут вообще, да, народ гуляет. Тут у нас вот спортсмены, тут он, шахматы большие, тут народ играет. А, здесь, да? А, вот они, да? Ух, как интересно. Да, сейчас тут. Спортивные штуки, молодежь катается на великах. Ну, просто сейчас уже, говорю, время у нас. Уже холодное время получается. Ну, и поздно уже, время, сегодня будний день, да, сейчас уже 11 часов по Ульяновску. Ну да, один часов по Ульяновску, как? Ульяновск, ну тут на час больше, чем московский. А, серьезно, что ли? Конечно. Так подожди, это я уже 27.52. Ну, по Москве. Это... Да, да, да. Да, по Ульяновску 20. А, это так поздно приехал. А, нет, 21.52, все правильно, 11, ну, а 10, знаете. 10, чтобы 10, да. 10. Так, значит, перевелось. А, перевелось уже, да? Перевелось. Ох.
А, подожди, так это на час, это у меня автоматический перевес. Да, так, у тебя автоматический перевес. На час, ух, вон оно что. Слушай, Дим, извини, я, получается, поздно приехал. Да, нормально. Я даже не знал. Вон даже как. Это, получается, в Казани еще московское время, а здесь уже у вас, ух ты. Поезд, как бы часовой другой. Ну, здесь реально уже темнеет. Быстрее, да, уже? Да. Ну, он получается, что ли, запад, что ли, куда он получается? Западнее или восточнее, наверное, восточнее. Восточнее. Хотя всего 200 километров от Казани, например, да? Ну, тут какой-то вот. Интересно, я даже не знал, что такие подробности. Вот. Сейчас попаду. А вот это вот такая вот пешеходная улица. Ага. Ну, как красиво, да. Вот у нас вот пешеходная улица наша такая маленькая. Всего лишь, да? Прям маленькая-маленькая. Так а все-таки вот, Дим, куда-нибудь на зиму там уезжать? Или, ну, типа Таиландов? Наверное, да. Наверное, чтобы там так немного отдохнуть. Да, очень красиво здесь так. Сказочно. Кофеек везде тут. Сейчас мы улетим. Ну, сейчас уже будний день и поздно. Ничего. Слушай, а так музыканты играют, так... выходные. Нет, очень красивый город, интересно, да, сейчас. Просто Ульяновский был очень давно, поэтому тут уже я не помню ничего. Ну, знаешь, у нас за городом прямо вот последние годы здорово следят, у нас наши вот... Прям следить стали, да, уже, да, сейчас? Да, власть городская, она молодца. Значит, что-то меняется, да, вот к лучшему, да? Конечно. Все-таки дело идет. Отлично, отлично. Город чистят, подметают, знаешь, там все как бы так ухаживают. Город Зеленхоз работает, клумба. Клумба. Да. Дим, а какая вообще вот здесь аренда жилья, например, месячная? Слушай, я даже не знаю. Не знаешь, ну, даже? Откуда? Да. А хотя вот квартира там примерно. Слушай, ну недорогое. У нас можно недорогой город, квартиру там снять 1000 за 10. Всего лишь, да? Да. Месяц. Да. О, тут в Казани. 1000 за 10 всего лишь, да? Да. Ну, вообще отлично, слушай, ты так прям... Ну, даже... так я говорю, про однокомнатную, естественно. Ну, понятно, там, да, типа в студии, может. Да, чтобы есть и как бы дорогие. Знаешь, интересно, вот, очень здорово упал рынок, ну, стоимость аренды жилья. Вот когда последний раз был вот, доллар, прыганул, да, и народ тогда скупал дуром все, что как бы... Квартира, да? Дотянуться, да. У кого было там денег на 3 холодильника, шли покупали 3 холодильника. У кого был на 3 квартиры, покупали 3 квартиры. А так как бы очень много люди накупили жилья. Все новостройки раскупили, там все. Вот, а вложили, потом, да? Ну да, вложили деньги. Ой. А потом что с ними делать? Их, ну, как бы, их начали сдавать, эти квартиры. Сдавать. И сразу на рынке очень много как бы, жилья появилось. И цены упали, да, получается? Да. А вот у нас... Ох, вот, ребята, мост, видите, плохо видно, так сейчас темно, конечно. Этот, к которому я сейчас уехал, да? Да, да, да. А, вон даже где у я катался. У нас два моста. Это старый мост, он императорский. Угу. Он там, выше по Волге, там новый мост. Он называется Президент. Ох, вон даже как. Да, да. Его тот мост долго строили, тот мост длинный, он здоровый. Он, вот этот мост, он... А, тут у нас ширина Волги, самое узкое место, 3,5 километра. Угу. И ну, длина моста, получается, с подъездными путями 3,5 километра. Угу. А сам мост, по-моему, 2200, сама мостовая часть. 2200. А тот мост, что-то он вообще, он 6,5 километров мост, по-моему. Ну, это я вот... Угу. Длинный, да, такой? Длинный, да. Но его строили, интересно, его строили фиг знает сколько времени. Его начали строить еще в советские времена, там, в 80, там, ну, в 1980. Угу. Там, в 5-6 году начали этот мост строить. А, и когда вот, ну, вот такая произошла там развал Советского Союза, его строить бросили. И он стоял в таком виде, там опоры были поставлены. И он простоял там сколько его лет вот, до наших времен, и там вот в каких-то уже 2000-х годах, там, не так давно его, мне кажется, лет там, может быть, 7-8 назад, или может быть меньше. Достроили, вот, да? Достроили, да. Только-только. Выделили федеральных денег, да, там и достроили. Ну что, 30 лет мост строить, да? Хотя делать на полгода. Ну не, он там огромный мост. Огромный? Ну слушай, вот если... Я тут сейчас был в Крыму, да? То есть там вот в Крыму вот это вот сооружение, которое, оно, я думаю, чуть-чуть поменьше, чем наш мост. Поменьше даже еще? Да, то есть я там думал, что Крымский мост, он ого-го, а он, ну как бы, наш там, ну точно не меньше, может больше. Понял. Интересно даже. Да, вот если прокатить завтра. Все. Туда пойдем, да? Сейчас, да. А вот, то есть у нас получается,
вот в ту сторону Волга, это мы в сторону, ну, вниз, в сторону Астрахани, да, там, туда, в сторону Казани. И вот там у нас самое широкое место, то есть это, если мы отсюда возьмем вверх по Волге километров 20, там ширина Волги 43 километра. Ширина 43, слушай, это очень длинно, это было не видно, да, не видно. Видно, да. Ничего себе, слушай, какое-то типа водохранилище такое, ну, да? Конечно, здесь водохранилище, да, здесь такое водохранилище, и вот поэтому у нас вот Волга очень классная, она большая, огромная, как море. Как море, да, слушай, получается. Она называется Жигулевское море, да? Жигулевское, да? Ну, мы туда на плот, ну пойдем вот так вот, пройдем вот так вот по парку. Ага. И вот вернемся к машине. Спасибо, Дим. Слушай, интересно, очень местечко, конечно, такие. Ульяновск вечером. Слушай, никого нет, конечно. Ну, видно, часы перевели, потому что уже все спят, да? Ну, завтра на работу, да. Да, тут. Как-то все равно маленький город, он. То есть это Москва там или большая Казань, она там живет круглосуточно. Ну да, а Ульяновск все-таки нет такого, да? Ну, Ульяновск есть, там, наверное, небольшая там движушка вот в центре, на центральной улице там. Чуть-чуть. Да, ну. А тут уже она была чуть раньше. Да? Народ гуляет, конечно, да, тут хорошо, красиво. А молодежь, получается, отсюда уезжает, да? Все-таки больше, или все-таки остаются здесь? Слушай, жить? Ну кто-то уезжает, как и в любых, да? Там кто-то из Москвы уезжает там за границу, да, там во Францию, ну, да, да, или да. В Англию, кто-то уезжает из Ульяновска в Москву, да. Ну да, согласен, согласен. Кто-то приезжает в Ульяновск из там деревень, да. Такая миграция населения за нас. Все время есть, да? Все время люди, все время ищут. Ну, если есть так вот места, где лучше. Ну, согласен, согласен. Дим, если так вот сказать, в общем, город такой достаточно экономичный, да, вот Ульяновск? Дешевый? Да, хватит, слушай, в жизни. Ну, дешевый, как сказать? Ты знаешь, я думаю, что продукты, они стоят столько же, сколько как бы везде по стране, да, там. Ну, это да, там, Пятерочки, Магниты. Да, 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 да. Везде одинаково. Там, допустим, коммунальные платы, квартплата, там тоже она не маленькая, нифига. Я думаю, что он... Затраты, наверное, на жизнь, они примерно одинаковые. Вопрос, что здесь там, ну, допустим, население, ну, меньшие доходы получает. Ну, вот интересно, у нас там открываются компании, например, айтишные в Ульяновске. Москвичи открывают здесь, значит, компании. Здесь именно москвичи, ну, да? Ну, да, в Ульяновске. То есть, почему? Оказывается, почему? Потому что здесь, ну, как бы, специалист у нас политех, политехнический институт дает, ну, как бы, хорошие там кадры в области IT, да? А зарплаты здесь не надо большие платить. А, копейки можно платить, да, им ну, просто? Ну, меньше, да, гораздо меньше, чем в Москве. Они тут, там, допустим, открывают здесь офисы и, как бы, ставят там систему наблюдения управляющего, и, как бы, здесь люди работают. За копейки, да? Ну, не за копейки, дешевле, понятно, да, дешевле. Они дают чуть, там, здесь зарплату чуть выше, там, допустим. Там средний по региону. Чуть-чуть выше, да, чтобы они там сюда шли. Да, люди с удовольствием идут работать. Ну да, интересно такая, как говорится, психология, да, можно считать. Вот этот обелиск у нас воинам, погибшим во время Первой мировой войны. А, первый даже. Да. Героям красноармейцам, погибшим в боях. За освобождение Симбирска, вот так вот даже. Симбирска? Да. Симбирска это что за... Это старое название Ульяновска. А, Симбирска раньше назывался. Да, да, это когда его поименовали, получается, еще? До войны, наверное, да? Ну, не могу сказать, не знаю. Наверное, да. Ну, не помню. Значит, наверное, знал, но забыл. Все понял, все. Так, мы обратно, да? Да, классно. Честно, здесь... Хороший город, я не знаю, просто... На час позднее время стало, получается, никого нет уже. Так попали. Ну, еще вроде там 8 часов, все в разгаре, а уже фиг-то. 8 часов. А вот это у нас сейчас будет краеведческий музей. Здесь. Музей здесь много, да, получается? Ну, есть. Везде есть кофе. Что посмотреть у нас. Есть что все-таки, да? Классно. Так вот, переехать в Казань никогда не думал, что Казань будет такой большой, красивый, и рядышком. Зачем? Ну, как там? Не, ну слушай, ты слушай. Так, вот это вот украинский музей, а вот это здание у нас, это здание сельхозакадемии. А, сельхозакадемия здесь, она, в центре да, города, да? Здание, ну, у нее главный корпус здесь, так она сама расположена там за городом, основные там учебные пространства. А здесь вот у них как бы центральное здание, тоже здание старинное. Много старых зданий.
Здесь, да? Mm-hmm. Здесь сносят он старый здание или не очень так? Да, не дают. Не дают сносить, да? Mm-hmm. А, все даже тут. Конечно. Тут все здания, да, они являются там поставлены на учет как памятники там или регионального, или федерального значения. Mm-hmm. Как бы там поддерживают. Ну, с одной стороны, хорошо очень, да? Да, да, да. Старый город. Где библиотека у нас? Вот это. Ага. Такая большая. Угу. Тоже старинное здание. Классно. Переезжать надо зачем-то. Зачем-то. То есть тут чем-то там Казань. Ну, чем она лучше? Ульян. Ну, побольше чуть-чуть, да? Угу. Ну там у них такой Волги нет. Кого? А Волги нет? У них есть Волга, но она не такая большая, не такая широкая. Там. Ну там, да, кусочек там такой. Ну там Казанка река есть. Казанка. Озеро Кабан. Есть, да. Такой. И вот она, улица Ленина. Ага. Пошла такая старенькая. Да, заповедник, да, улица Ленина. Здесь вот все осталось как. Как было, да, вот раньше? Да, 100 с лишним лет назад. Даже, да. Все скромненько достаточно. Ну так вот, так и жили. Так и жили раньше, да? Да. Дома. Это вот была раньше пожарная часть, здесь сейчас. А, все закрыли, да? Ну, это здесь музей сейчас пожарный. Уже пожарный музей стал. Да, да, да. Вот один из домов подсвечивается, вот они, дом, где жил Владимир Ильич Ленин. Все посвящено здесь Ленину, да, получается? Да, ну это улица, да. Улица Ленина. Да, красивый такой дом, да. Памятник Ленина здесь не стоит. Ты не здесь сюда никогда, да? Да и разносить нет стали. Памятник Ленина. Да и зачем? Да нет, конечно, смысла, что ж, поставили. Как память остается уже такая. Ну вот такая улица, да, все, вот она закончилась. И все, здесь она тоже прогулочная или? Ну, так, она просто здесь машинам ездить можно. Турист, если тут. Туристы, которые приезжают в Ульяновск, их обязательно сюда тоже привозят. Здесь вот. Какое-то здание интересное такое, подсвечено. Старое здание. Но оно старенькое не, здесь, да? Не дореволюционное, да, оно послереволюционное, сталинского периода. Сталинского. Ну тут уже, наверное, ничего тут особо интересного. Ну какие такие вот здесь районы, есть такие современные где-то? Да, да. Здесь тоже, конечно, сюда тоже. Конечно, спальный район, новостройки. У нас есть с той стороны Волги, есть новый город. То есть если вот, ну, в других, там, допустим, города, как Саратов, например, Волгоград, да, то есть другая сторона Волги, это другой город. Если мы, ну, если мы возьмем Саратов, то у них там с другой стороны там Энгельс, прям, то есть другой город. Если мы возьмем там, допустим, Волгоград, то у них там что-то, у них там чешка, у них Волжский на другом берегу. Другой город. Да, город, мост переезжаешь, там Волжский. А у нас там, ну, как бы друг, просто район, называется Заволжский район, и там интересно, там есть нижняя терраса, район сразу, как если переехать. Потом поднимаешься в горочку, там верхняя терраса. И еще да, дальше, там новый город. Вот, и они интересны чем? Что новый город, его построили вообще с нуля. Когда строили, у нас уже большой завод «Авиастат», который делает самолеты. Когда строили этот завод, ну, вот уже в конце советского периода, построили прям там целый город. Он такой, он современный, с широкими улицами. До сих пор, да. Там, с такой архитектурой, там все по квадратам. Вот. А вот здесь у нас центральный рынок. Ага, ну да, это будет здание современное. Ну, это тут торговый комплекс, а вообще вот это место называется дамба. И тут дамба. Вот расположен, да, центральный рынок. Что, с голоду здесь не умрешь? Да. Еды тут море. И нижняя терраса, она чем интересна, Ульяновск, нижняя терраса вот на той стороне Волги, что у нас же водохранилище, почему Волга здесь такая широкая, она же неестественная Волга, то есть ее делали, когда поставили вот плотину в Тольятти, то есть затопили вот огромное пространство, ну, подняли уровень воды подняли на 17 метров. И огромное пространство затопили. А на нижней террасе, то есть она должна была уйти под воду, потому что это нижняя терраса. Но туда во время войны, а водохранилище у нас наши строили 1953-1956 год. То есть в 1956 году его затопили. А во время войны сюда в Ульяновск очень много производств перенесли, которые эвакуировали там из других мест. И вот на нижней террасе у нас расположили завод, патронный завод. То есть он там делал патроны. Завод имени Володарского.
И чтобы этот вот завод уже при затоплении, когда Волгу вот, уровень поднимали, не переносить, построили дамбу. И у нас вот этот вот район, нижний террас, он находится ниже уровня Волги. То есть как в Голландии. Затапливается, да? Ну, дамба, там огромная дамба, сооружение, которое там еще в нем сооружение, которое откачивает воду, которое просачивается. Да? Но целый район, и там целый такой райончик. То есть там живут, люди живут, да. И не боятся. И, ребята, мы завтракаем с таким вот видом на Волгу. Как красиво. Солнышко светит вообще. Замечательно просто. Это кофе. Ребят, вас с добрым уточком. Ребята, смотрите, какую тут тыкву увидел. Вообще бомбическая. Такая здоровая. Вот видите, у меня рука какая. Яблоко ем. То есть грушу ем. Какая тыквина. Вообще обалдеть. А вон еще одна. Это тоже тыква, да? Еще, ребят, смотрите, какая. Какие тут тыквы просто. У Димы. Бомбические. Вообще бомба. Вот смотрите, ребят, моя рука, видите какая? И такая тыквина здоровая. Офигеть. Вот такие, ребят, вырастают здесь. Урожай-то. Супер вообще. И вот, друзья, мы вышли на Волгу. Смотрите, какие классные ощущения. Сегодня солнышко. Замечательно. Такая вот пристань. И, друзья, Волга. Итак, ребята, мы в центре Ульяновска, как обычно. Ты нигде парковку более не найдешь. Все сложно тут. Сейчас пока тут разбираться буду, где что встать можно тут. Даже платных-то не пойми где. Хоть тут разобраться, видите, в каждом городе своя специфика-то такая. Сейчас, наверное, просто прокачусь, наверное, поеду дальше уже. Друзья, поеду уже в сторону. У меня следующий город, у меня Саранск. До него где-то 200 с чем-то километров. Наверное, сейчас туда поеду. Тут сложно ездить. Все, как говорится, города, центральные части, все всегда забиты. Никуда не тронешься. Вот тут никто не пустит. Ой, полетит, ребят, смотрите, какой летит. Инфинити летит, такой здоровый танк. Опа, опа. Какие 163-й регион, по-моему, у нас это Самара, что ли? Здесь. Вот видите, тут такой поток машин, блин, даже завернуть ты не завернешь ни хрена. Тебя никто не пустит, пока светофор не потухнет. Так, 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 ну давайте, наконец-то, зеленый хоть. Закончу движение. Во, отлично, отлично. Так, так, так. Так что, ребят, следующий раз даже гулять даже не буду, вам просто поеду дальше. Вот везде Магнит, ДНС, магазинчики. Уже, может, тогда вчера, в принципе, мы с Димой вчера прошлись. Он меня пока прокатил вчера по вечернему Ульяновску. Сейчас нигде ничего не встать. Уже новый город посмотрю. В Саранске я вообще, что ли, 100 лет назад не был уже. У меня там недалеко деревня. В Починковском районе раз как-то ездил. О, как. Улица Марата, улица Гончарова. Да, вот центральная улица Гончарова. Итак, друзья, не стал я заезжать в какие-то. А вот Ашан даже есть, тут большие торговые центры. Не стал даже я никуда заезжать, потому что не хочется там парковки искать. Вот, поэтому, ребят, едем в Саранск. Мне позвонил один из однокурсников. Я сообщение скинул в наш сайт. То есть на WhatsApp'е, в группу, где мы общаемся, однокурсники, кто учился вместе на одном курсе. Вот он живет в Рузаевке, Андрей. И вот встретимся, ребята, около Саранске прогуляться. Так что, ребят, сразу же поеду, уже вчера вечером прогулялся по городу. Сегодня не хочется уже даже время тратить, надо ехать дальше. Ближе к югу, друзья. Ближе к югу. Конечно, город уже насыщен машинами, ребята, как везде. То есть, наверное, полно машин везде. Нигде не встать путью. Ну, города примерно российские похожи, я думаю. Но все равно хочется себя заехать, все равно приятное ощущение, когда ты едешь по новым местам. Ведь все примерно одинаковое, все равно. Ребята, пипец. Какие тут объезды, смотрите, тут едем по левой полосе. Видно, светофор стоит, правую делают здесь, смотрите, что тут. Вот так вот дороги делаются в России. Тут какой-то бордюр, бетон. Вообще не пойму даже, то ли расширяют что-то, то ли хер пойми чего. Вот такие вот тут всякие попадаешь. Моменты. Дороги, конечно, тут жесть, ребят. Где-то вообще, я видно, еду по такой вот. Уже не раз в пробке стоим. Вот видите, походу опять в пробку стоим. Вот такие вот, ребят, видите, что-то делается, блин.
вот так вот все это на трассе. Здесь справа, слева лес, одна полоса, постоянная пробка. Итак, друзья, мы заезжаем в Саранск, точнее уже заехали. Что-то так пустынно даже, ребят, здесь ни пробок, ничего, в Ульяновске прям машин куча. А здесь что-то едем спокойно, никакой движухи, машин достаточно мало. Мы, ребят, в республике Мордовия. Какая здесь такая, так... Такая тихая, спокойная обстановка. Суеты никакой нет, ребят, вообще. Может, конечно, немножечко к центру подъехать будет, там, наверное, будет все по-другому. Но пока вот так, видите, все так спокойненько. Вот нам тут до Мегастроя договорились встретиться с однокурсником Андреем. До Мегастроя вот нет, 4 километра осталось. Такой городок. Я здесь, ребят, когда-то был. Лет, сейчас скажу даже, наверное... наверное, лет 15 назад, плюс-минус. Уже даже не помню. Но развилку вспомнил. Я ездил тогда в Пензу встречаться с друзьями. Вот, сейчас, ребят, прогуляемся, посмотрим немножко городок. Супермаркет, дисконт. О, ребят, дисконт, слушайте, прям Альди, ребят, по-моему, Альди. Смотрите-ка, дисконт написано, слово. А вывеска Альди. Похожая такая. Тронулся на красный, но нельзя. Сейчас немножко посмотрим городок. В общем, ребят, достаточно быстро доехал. В общем-то, вот время сейчас получается без 10:03. Я уже здесь. В общем, так где-то 3 часа примерно ушло. От Ульяновска до Саранска. Я думаю, я так достаточно быстро до Воронежа заскочу. Машина, ребят, конечно, очень комфортная, поэтому просто я обалдею, я на ней еду. Вообще усталости никакой нету. Не чувствую, что там что-то спина болит. Нормально, я даже не останавливался вообще. Через 500 метров на перекрестке с круговым движением сверните на второй выезд. Ведь у них даже вот Евроспар. Даже никаких, ребят, самое, пробок нету, машин мало вообще. Интересный город такой. Может, конечно, мы находимся в какой-то части, там, не знаю, спальный район. Кто знает, ну что-то вообще, мало очень. Так вообще должно машинами все быть забито, а никого нет даже. Может, Саранск такой не сильно активный. В плане бизнеса. Съезжайте с перекрестка с круговым движением. И до центра недалеко. Вот, ребят, везде Бристоли. Белое, белое и красное. Или красное и белое. Так. Такие старые районы видно, ребят. Такие панельные дома. 80-х годов. Пятерочки сейчас, конечно, ребят, такие крутые стали вообще, там прям как в Евроспаре буквально находишься. Какие пятерочки очень такие современные. Прям вообще их там уже такая выделка классная, там заходишь, очень приятно. Смотрите, видите, справа такие новые райончики, вот новые дома строятся, вот слева новые дома строятся, так видно, сразу расширяется. Такие даже интересные достаточно домишки. Стройка полным годом сейчас, наверное, в каждом городе. Вот видите, тут все с детскими площадками вот этими. Такой райончик приятный. Через 300 метров сверните на съезд направо. Слева какие-то
как бы мы в Саранске приехали, встретились с Андреем. Андрюха, приветик. Привет. Мы вместе учились. Андрей из другого взвода, из третьего. Вот. Андрей, скажи вообще, как тут жизнь в России, как в Саранске? Как тебе? Да я думаю, что в Саранске-то жизнь такая же, как и везде, блин. Ничем не отличается особо-то. Вот. А как вообще ты после школы сразу в органы остался или уволился? Нет, я остался в органах, я работал в органах, я какое-то время поработал, потом уволился с органов, потом восстановился снова, потом. А уже... даже так? Да, я восстановился уже потом в уголовно-исполнительной системе. Ага. СИЗО дорабатывал до пенсии, отработал пенсию, заработал и ушел. А это все-таки 20 лет трубил, да, получается? Ну да, там в льготном исчислении. А, год за полтора там, да? Да, да. Угу. Я это. Все, теперь пенсионер, ну, теперь работаю. Все уже, да? Да, теперь работаю. Теперь уже на себя, да, получается? После бизнеса. То есть после, говорится, на дядю уже. Ну, как на себя? На себя это если бизнес свой, тогда на себя работаешь. А так да, все время что? На дядю только. А, на я дядя? На себя как-то не умею работать. А, понял, понял. Нет у меня этой жилки предпринимательской. Понял. Слушай, так а вообще как получается, ты уволился и даже восстановиться можно бизнесу все-таки, да? Ну, я уволился не по отрицательному мотиву уже, я уволился это как по собственному желанию. Угу. Вот, и потом через какое-то время поработал тоже, ну, решил, появилась возможность и восстановился снова в органах. А вообще, чем так славен вот Саранск, Республика Мордовия? Ну, последний чемпионат России, наверное, по футболу, то, что здесь матчи проходили, а так особо ничем не славен. Особо ничем. Что ты, знаешь, я заметил, Андрей, у тебя у вас пробок что-то нет вообще. Я сейчас в Ульяновске был, там пробки вообще. Да, у нас здесь в этом плане. Ну, утром и, наверное, после работы где-то с нас ждут. Сейчас пик в центре в основном будут эти самые. Тоже 152-й регионочек мой. Слушай, как так получается, что пробок нет у вас как-то? Ну, мало чего вообще. Как так? Я думаю, наверное, за движение просто. Пробки будут, я говорю. А, пробки будут, да? Будут, будут. Это вот утром, в утреннее время и после работы. Я просто во всех городах замечаю, центр всегда стоит вообще везде. А у вас такого здесь нет. Я думаю, что может быть из-за транспорта меньше гораздо, чем в других регионах. Ну, в принципе, дороги сейчас неплохие. Дороги сейчас такие развязки, да, получается? Да, да. Ну, интересно. Когда последний раз в Воронеже был? Да вот на встрече, были, ну, больше не было, да. Когда, получается, в 18 году. Только недавно, да? А, уже 21-й, да, 3 года назад. Как там встреча прошла вообще? Много было людей так? А то я не был на ней вот. Наверное, 10 лет было. Вот 10 лет больше народу было, нежели... Больше? Да, больше, да. А сейчас сколько было, получается? 20 лет. Нет, 20 лет, а имеется в виду, сколько человек-то было вот у нас? Я, честно говоря, сейчас не помню точно. Человек 50-то было? Блин, да. Да, наверное... Наверное, меньше, наверное, 50. Меньше? Угу. А сейчас уж что-то не припомню даже. И что такое строят красивое? Это не строят, это стадион как раз, арена Саранска, да, это здесь как раз матчи проходили, чемпионат. И вот построили, собственно, к этому чемпионату. Такие дома вот красивые, да, вылежут так много? Тоже все к этому было построено. Специально, да? Да, это были гостиницы, их сейчас раздали, это уже перераспродали под квартиры, и гостиницы были для этих, как раз для болельщиков. А да и вообще, почем здесь вот квартиру снять где-то примерно, дорого стоит? Алексей, не могу точно сказать, почему, потому что этим вопросом вообще не интересуюсь. А, можно понял. Сейчас забить просто посуточно. Да не, понял, я уж. Не, мне поменьше лучше. А вообще квартира, жилье здесь дорогое у вас, Орел? Почем можно купить там однушечку какую-то, однокомнатную квартирку? Такую там в недорогом районе, например. Ну, в Рузаевке у нас это где-то порядка 800 тысяч, наверное, будет. В Рузаевке, да? А здесь так, побольше, что? Здесь однокомнатная будет, там, 1,5 миллиона. Может быть, это в районе, да, 2, где-то 1,5-2 миллиона, зависит от того, какой дом. Что, друзья, сюда не приехал, в Саранск, город? Да и, блин, как после, как раз распределили после этого, после школы милиции, Рузаевку. Я сам-то вообще с района, с другого здесь городка. С района даже? Да, еще там вообще, там, с глубинки. Вот, а распределили, приехал сюда работать, ну так остался в Рузаевке вроде бы. Так и работаю. А, кстати, работаю сейчас в Саранске, да, на работу с Рузаевки езжу. А, каждый день, получается, да? Да, да. А что, Воронеж не остался? Там уже многие оставались.
Я помню. Ну, оставались многие в основном, когда женились, кто там, те остались. Ты с собой не привез? Нет. Я счастливил. Воронеж город. Нет. Да, интересно, конечно. Тут столько лет прошло. 20 лет. Вообще не было мысли куда-то там переехать, там в Москву, например, или за границу? Да нет, за границу не было. Были мысли, конечно, куда-нибудь там поехать в другое место. Но это уже как бы сейчас, а сейчас поздно ехать. Ехать надо было раньше когда-нибудь. Думаешь, мы уже пенсионеры, да? Уже взрослые? Да, кому сейчас нужны уже. Уже никому не нужны. Да, интересно, конечно. Вообще, вот как-то, ну вот, пенсия более-менее нормальная здесь, в Саранске? Здесь как-то от региона зависит? Нет, нет, это все, пенсия маленькая. У меня вообще минималка, я ушел, вот, у меня вместе с учебой, у меня еще учеба, те, когда это была, припусовала, у меня минималка. 20 лет ровно, да? Да, 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 по, в льготном исчислении получилось, и я с этим ушел. Отлично, конечно. А пенсии, зарплаты здесь небольшие в Мордовии. Здесь сколько вообще средняя зарплата там? 20-30 тысяч или больше? Ну, где-то так, да, больше нет. Небольшие, да, прям mm-hmm. больше? Ну, еще и меньше бюджетников и пенсионеров вообще получают, это, я не знаю. Я что-то пока вот как заехал, пока джипов не так много вижу, кстати, джипов всяких там крутых тачек есть, но прям очень мало что-то. Здесь так скромно живет. Как говорится, Мордовская республика скромная такая достаточно, да? В этом плане, не знаю, всякое есть, блин, но их мало, конечно, меньше, чем в других городах, меньше миллионников. Здесь и население-то меньше. В Пензу приедешь, в Пензе больше видишь. В Пензе больше даже, да? Я хочу через Пензу поехать тоже. Не, ну вообще тебе, ты же на Тамбов поедешь, ты по объездной, тебе в Пензу как бы заезжать, если чисто просто проехать по ней. Ну, ты да. время потеряешь там достаточно много. Вот там вот будут пробки сейчас и все. А, в Пензе, да? Да, в Пензе там гораздо больше машин, больше движения. Больше город там получается? Да, что? Город больше, население больше. А сколько у вас населения получается? Где-то там? Если не могу. Миллиона нету? Нет, нет, нет. Там даже близко нет. Ну я что замечаю, я первый город вижу, что пробок не было днем. В рабочее время пробок нет. Это просто вообще что-то с чем-то. Ух ты, какое красивое здание, да. Меркурий Хотель. Угу. Отельчик крутой здесь, да, такой? Да. Да, да. Шикарно. Ну, интересный город такой. Ну, он вот обновился, да, за последние годы, за последние 10 лет он очень обновился. Сейчас проедем здесь просто еще. Андрей, что тут за 5 лет там поменялось? Как-то лучше стало жить? Как в России здесь, в Саранске, например? Или нет такого? Как-то комфортнее? Сказать лучше. Ну, комфортнее-то да, наверное, комфортнее. А насчет лучше, да я бы не сказал, что прям лучше стало. Вот. Ну, мы здесь, наверное, просто посмотрим сейчас с тобой. Да, это центр, да, уже? Да, это уже центр, да. Вот, ребят, мы в центре. Саранск, Мордовский государственный университет, МГУ. И тут, тут большой гражданин? Нет, вот. А, вот этот вот. А, вот университет. Ой, вот этот университет, здание университета, типа обновленное. Саранская футбольная. Площадь тысячелетий, и вот Саранская арена, здесь раньше стадион был. А фонтан такой крутой, вот смотри как. Поющий, красивый по ночам. Даже так. Да. Интересно, какие моменты. Ну сейчас еще, особо-то здесь больше. Самокаты везде как сейчас. Да, велосипеды, сейчас это модно. Везде прокат. Да, вот красивый очень Саранск, 2018, отлично. Да, все к чемпионату было. Это тоже футбольное поле какое-то, да, вот это? Ну, здесь Саранск-арена, это здание строится уже давно-давно, но до сих пор не построено. А, еще не построено даже? Нет, о, уже, как. Не знаю, стройка здесь, стройка века. Угу. Ясно. Да, тут, наверное, тоже парковки не найти. Вот здесь, кстати, и что, кстати, вот здесь в таких местах сейчас в центре города все стояло. У вас прям все едут нормально? Нормально, да, пока еще, да. С кем-то вообще общаешься, вот там, с однокурсниками с нашими? Да, общаюсь, как же. Здесь? Ну, это с Генкой, с Чембышиным постоянно у нас общение. А, это вот, который с Владивостоком где-то, по-моему, да? Да, 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 да. Именно к нему в гости, кстати, тоже. А, даже в ту сторону, да? Ну, когда еще была возможность, я тогда еще служил, билет бесплатный. А, да, 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 вот. Знаешь, этим я... воспользовался и понял. Съездил. Вот, а здесь тут еще из наших ребят есть в Саранске? Да, Сергей Аксенкин здесь. Видим все редко. Ну, он служит. До сих пор служит еще? Да, служит. Вообще многие вот уволились, вот встречался на 20 лет. Многие уволились или все-таки еще остались служить? Сколько процентов того? Не могу сказать тебе точно, сколько процентов. Угу. Еще все-таки не уходит. Проехать еще. Какая приора, ты такой даже не видел. Приора написано. Это прямо на Саранской какая-то приора. У вас 13 регион. Ну, отлично здесь. Да, первый город без пробок я вообще. Первый город без пробок. Я, конечно, обалдел. Неожиданно.
Везде ну, все стоит. Здесь достаточно свободно, да. Я говорю, вот сейчас просто в Пензу, в Нижний, это вот ближайшие города рядом, и все, и ты попадешь там в огромные пробки везде. Да, я поэтому я здесь такой, даже в Ульяновске сейчас там еле выехал оттуда. А здесь прям такого свободненько, классно. Такой классный, ребят, минивэн. У Андрея вообще такой сказочный, мне прям понравился. Думаю, надо было тоже минивэн-то взять. Ну да, семиместный автомобиль, машин, да? Сзади еще два места раскладываются из пола. Ну, не приходилось, да, в принципе, это как бы нет. Путешествовать ездили на ней? Да еще пока не успел, взял ее в этом году, не получается. Супруга у меня тоже все время в командировках, поэтому не получается. А так путешествие, до этого машина Шкода была, постоянно вот ездил. Кто на юг, кто еще куда, ну и здесь по городам поблизости. Супруга тоже в погонах? Нет, супруга на железной дороге работает. Кстати, в Владивостоке в командировке. Ух ты, это вот это как ЖД, ветка вот это, да? У них там, да, она работает это, в организации, которая строит железные дороги. Вот они там ее делают, у Генки как раз периодически в гости ездит, бывает в гостях. Отлично. Все. Вот. Кто еще, Андрей, про кого рассказывает? Степан Эльзи. Степан Эльзи, да? Скульптор, да. Это какой-то храм здесь, да, такой? Федора Ушакова, да. Круто. Так получается, здесь прогулочной улицы нет, да, Андрей, такой, никакой? Площадь только вот она получается. Площадь. Мы пойдем, да. Может, на эту площадь? Да, сейчас пойдем, пройдемся, посмотрим. Вот, ребята, здесь машин побольше, видите, здесь встать негде, все забито. Центр все-таки занят, а то еще если бы парковки были в центре, то вообще город сказочный, а? Даже ни пробок нету, ни парковки есть. Ну, они, конечно, есть, только знать, надо куда подъехать. А знать, куда подъехать? Да. Ну, я вот сегодня хотел прогуляться, Андрей, в Ульяновске с утра, ничего не нашел. Думаю, ладно, хер с ним, с Ульяновском. Ну, вчера вечером меня вот приятель прокатил, вот, немножко по нему мы там прошлись. Я уже думал, ладно, поеду тогда уже в Саранск. В принципе, города примерно одинаковые все, ну, поэтому же возможности. Мне хочется еще Кавказ посетить, там вот в Чечню заехать, может, вот так вот. Владикавказ, вот туда еще съезжу. Вот такая красота здесь. Везде реставрации. Да, это все уже, говорю, то, что за последние 10 лет было сделано. Все вот эти здания, они, в принципе, старые, обновлены фасады. Уже, да, все? Значит, все-таки правительство работает на тему там вот реконструкции всех, да? Ну, правительство это, блин, тема такая темная, блин. Темная тема, да? Да. Понятно. Правительство у нас меняется постоянно, сейчас вот новое правительство. Уже здесь, да? Старое, уже плохое. Надо, всех быстро снимают? Да. У нас же это, может быть, ну ты не слышишь, Меркушкин был, глава республики. Меркушкин? Да. Его сняли, он уехал в Самару, отправили его в Самару работать, он был. Как это, Самар губернатором в Самарской области, что-то такое. Вот. Ну и оттуда его тоже сместили. Сейчас тоже сместили? Да. Потом был период, здесь глава был, который практически ничего не решал. Больше кричал. Вот так? Сейчас вот в этом году буквально приехал новый. Назначен был. Из Москвы? Республики. Ну, блин, он что-то там, это... Точно сейчас сказать не могу, он в Татарстане был и где-то, по-моему, в Дагестане был. Какие-то должности занимал. Вот. Сейчас сюда его назначили. Ну, там парк у нас. А, там, да? А, вот красивый, кстати, парк. Патриарх Николай такой, да? Это какой-то известный? Где был? Такая вот, типа, беседочки такой. Это уже другая часть города пошла. У вас кольцо обозрения. Ну да, какое-то озеро. Стандартно, да. Речка там можно. А, речка. Ручьи. Ну, можно спуститься, пойдем. Прогуляться. Это центр города, да, получается? Да, центр города, да. А набережной здесь нету, да? Как таковой? Нет, ну здесь реки большой нет никакой. Здесь ручьи небольшие. Понятно. Как же город живет без набережной центральной? Как же так? А где же там эти верса, это Армани, там этот самый, Лакосты всякие? Где все это, Андрей? Так реки-то нет. Нет реки, нет набережной. Да, а реки нет. Я имею в виду центральную улицу вот этой нет. Центральную улицу-то, ну да, так вот. О, как симпатичненько здесь. Вот, ребят, такой вид красивый, видите, на Саранск такой. Это что-то такое типа парк какого-то красивый? Это, ну, там парк, здесь что, отель, не знаю, там, в общем. Там спортивное сооружение, там водный дворец, водный дворец. Слушай, а вот такой как красивый такой здание, деревянные такие, да? Кафешки тоже, да. Кафешки там все, да? Ну, очень красиво даже все строится, дома такие разноцветные. Новый район, как понимаете, да, такие?
жилищные комплексы новые. Свеженькие. Частный сектор был когда-то. Здесь вот, да? Да, и вот все застраивается. И вот, друзья, мы идем по такой, как типа центральной аллее. Вот сувениры, ремесла. Вот так получается, вот здесь как такового центра нету. Вот матрешка стоит красивая. А здесь вообще иностранцы учатся? Да, здесь да, тоже, да, все? Да. У вас какой такой самый интересный институт или университет? Ну вот МГУ. МГУ, да. Много факультетов различных, здесь и мединститут при нем здесь, и технические специальности, много всяких специальностей. Угу. Все, все. Я думаю, что в основном в медицине иностранцы. Здесь, да, в медицине? Да. Ну да, и вот Нижний Новгород тоже медицинский институт, там тоже они только в медицине все. Я даже встречался в Марокко. Познакомился с марокканцами, которые знают русский нормально, так я даже хорошо. Я говорю, как вы так? Они говорят, а мы, говорит, меня зовут, заканчивали, говорит, кто в Украине, там, в Харькове, кто там вот, ну, в разных российских городах, и поэтому русский язык нормально знаем. У себя работа, я вообще офигел, конечно. Все с собой, соответственно, жен привезли. Марокко. Ну, Марокко мы так сильно впечатлились, Марокко, конечно. Испания получше будет, но тоже по-своему интересно. Адмирал, бизнес-центр. Ну круто здесь. Значит, город, скажем так, не бизнеса, да, такой здесь? Нет. Нет? Денег здесь нет. Денег нет здесь, да, в город получается? Саранских мало, да? Это все за счет того, что вот это вот все делалось, это, вот я говорю, бывший глава республики Верхушкин придумал круглую дату, тысячелетие единения мордовского народа с Россией. Ого! Да. Не знаю, но я действительно придумал. Потому придумал, что ничего, да? Такого не было, да. Впечатление мордовского народа с России. Вот. И под это дело выделились огромные деньги на празднование, на стройки. И вот под это дело все это обновлялось, фасады, все это строилось. Полностью. Все делалось, да. А до этого здесь разруха была, да, такая? Ну, все серенькое было. Серенько. Да. Ну что, так симпатично, как цветочки. Симпатично, да. Красиво, блин. Красиво даже, да. Ну все вот за счет этих. Музей, про который я тебе говорил, можно дойти вон в зеленое здание. Да не, мы сейчас здесь погуляем, кстати, пойдем туда. Да, отель Меркурий, отель. Почта России такая мощная. Да, Главпочтам здесь здание. Вот его. Она здесь и была всегда, но здесь здание такое было. Неприметное вообще. Ну вот, подели его. Все, ну это красивая Почта России стала там. Прям бомбическая такая. Здесь, наверное, да, чуть не центральное здание, наверное. Здесь. В Саранске. Итак, друзья, я остановился в отеле. Как здесь отель-то называется? Медведь. Медведь? А, Медведь. Вот хозяин Александр. Приветствую, Александр. Привет. Александр, расскажите вообще вот о жизни вот здесь, в Тамбовской области, в России. Как вам ощущения здесь? Дерьмо. Дерьмо? А что прям, почему так сразу дерьмо? Ну, я уже полвек, больше 60 лет прожил, хуже я еще не видал. Как жизнь, да? Ну да, жизнь хуже не видал. Ага. Даже 90-х это лучше жилось. А чем лучше 90-х жилось? Ну, картошка своя, морковка своя. Сейчас уже 60 лет, вот 61-й год, вот 61 будет. Сейчас уже спина каюк, зубов нету, глаза ни пизды не видят. Угу. Вот такая, и руки уже все. Угу. Так а чем сейчас вроде наоборот все развивается? Ну, это где в Москве развивается. В деревне вообще каюк, я не знаю, как они там живут. А, в деревне? Так а вы вот здесь где-то в деревне живете, да? Ну, нет, не деревня, это город считается, но я считаю, что большая деревня. А, здесь, да? Да, конечно. Угу. Понятно. И чем же так вот прям вот дерьмо? Ну, я тебе говорю, в 90-е лучше жилось. А сейчас еще хуже стало, да? Значит, все хуже, хуже. Знаешь, сколько мы тут за свет платим? Нет. 9 рублей. О. А, ну это потому что коммерческое, да? Ну, типа того. Газ такая же мозга. Тоже дорого все, да? Ну, мозг? Конечно. Пока налой, свет, газ. И все. Угу. Бензин. А, понял. А вообще, Тамбов такой город для жизни нормальный? Ну, в Тамбове, я считаю, у меня там дочь живет, зять живет. Угу. Там, да. Там народ побольше. Отсюда все уехали. А как здесь город называется? Кирсанов. А, Кирсанов, да, такой? Конечно. Отсюда все же уехали, все там, молодежь в Тамбове. Угу. Ну, где-то приблизительно лет 5 назад в городе стемнело, там молодежь тьма, сейчас выйдешь, во. Угу. Там вымерли все. Все
все вымерли. Ну, вообще да. Никого нет. Да только одни пенсионеры, что ли, да? Ну, осталось две старухи, как я с Надькой, с бабкой. Угу. И все. Ой, интересно. А не думали когда переехать куда-нибудь там? Да хватит у нас. Да где там, у меня есть там квартира. А, в Тамбове? Ну, я внучку купил вот заранее. Сдохну, может, завтра, послезавтра. Да что такое? Да хватит от такой жизни. Говорю, все болит. Жена давление, вот шпарит, сейчас 220 в больнице, во. Угу. Там тебя и скажут, иди ты куда-нибудь подальше. Угу. 61, ты еще такой молодой возраст. Да какой же, 50, взять вот в 50 лет помер. Взять 50 лет даже? Конечно, 51, 52, там вот я иду, смотришь, думаешь, вот, то вчера вроде общались, уже все. Угу. Вот напротив кафе только меньше, не знаю, во сколько он лет помер, 53, наверное. Так рано? Ну, конечно. А что, бухать, что ли, или что? От чего помирают? Ну, вкалывать надо поменьше. А, работать поменьше надо, да? Да и нервы. Нервы тут сосуд, кровь, только давай дороги. А, имеется в виду здесь сосуд, кровь, вот это кто-то от администрации? Ну, всякой? Вот они вот взяли мне забор, видишь, какой поставили. Угу. Вот они сделали вон там мне заезд, а тут взяли, загородили, там открыли, ну, а. Может, что он там как-то порешал. А, то вот и дальний вообще заколотили все на глушняк. В смысле, никто не заедет, да? Туда вообще не заедешь, вот к третьему кафе. А, там, да? Там вообще сплошную городушку поставили. Она закрылась, что ли? Ну, конечно, как заехать туда? Через забор проехать. Ну, какой-нибудь знак поставить, что там поворот сюда, или это бесполезно? Да никому это не надо, ну вот сплошную не выйдешь. Вот зачем? Ну да, я тут еле развернулся. Ну вот для чего, вот людям, вот, где, вот я выезжаю сейчас, туда, вот надо мне вот тут вот весь поток машин, днем машину шпарить иномарк, туда вон будешь еще там стоять, того и гляди, задавится кто-нибудь. Угу. Ну, уже они там скорость набирает. Ну вот для чего вот эти вот все какие-то маневры непонятные? Отсюда надо оттуда пропустить. Или вон через заправку куда-то там ехать, ну это что такое? Угу. Понятно, да. Интересно, конечно. Опять не интересно, очень интересно. Очень интересно. Пенсии Путин, во, хоть потерпи полтора годика, ну хоть полтора-то, может дотяну до мая месяца как-нибудь. А, май повышение будет, да? Ну, май пенсию только давать будет. А, только давать будет? Ну, а, после по возрасту, ну, да? Подбавить полтора года. А, сейчас же 65, да, ведь получается? Ну, да. А, вот так вот даже, а раньше, ну, 60 уже нельзя получить? Нет. Даже так? Это ж мне повезло, хоть полтора года. Вот у зять отец, он 61 год, это ему 3 года добавили. А он тоже кавал всю жизнь, дай дороги. А, добавили. Так это вот эта пенсия, которая там 1008-10, да? Ну, а сколько же? Это еще добавили 3 года. Обалдеть, конечно, интересно. Тут это не говорят, что мы тут живем, да, 73 год Путин там, 75 лет. Какие 75? До 60 не дотягивают. Мужики, да? Ну, а что ж ты думал? А что тут делать-то? Только бухать. Бухать только? А что ж тут делать? Сахзавод только один, и все. Больше работать негде. Где еще? А, завод? Сахзавод. А, сахзавод здесь, да? Все в Москве. Вот они ездят сейчас, пацаны, вахтами. А, отсюда, да? Ну да, в Москву. Уехал на 2 недели, а то еще на месяц уезжает. И приехал через 2 недели. Жена непонятно, чем тут занимается, каким делом. Понятно. Ребятишки тоже, я не понимаю. Вот так вот здесь жизнь, да? Ну, такая жизнь, а какая жизнь? А работы здесь нет получается, никакой? Нет. Ну, есть вот участников, уличников. Частник-личник сейчас примеет, вот мы с женой тут шпарим, да дочь. А вот это кафе, да, вот это? То есть ну, да, еще мы вот так, гостиница. Толком еще не доделали. Тут еще вот, мы вот ремонт делали тут 2 года. Ребята, покажу такой отельчик. Сегодня я буду ночевать. Да, интересно. Что, он рыбку даже не запустил, аквариум поставил? Не запустили? А рыбку еще не пустил. Ну, здесь вот такой перекресток, такой ну, вот как вот федерального, сейчас... федерального значения, да? Ну, это да, это на Пензу и на Саратов. Да, это Саратов, а это Тамбов, да? Да, это Тамбов. Так это у вас такой серьезный перекресток здесь же, ну, куча ну, машин. Ну что, ну хоть сделай кольцевой, что ли, какой-нибудь. Ну да, круговой бы сделали, ну, нормально было. Ну они сделали его, то они так практически его сделали, только они вот художники приехали там, нарисовали каких-то этих непонятных стрелков, перекрестков, для чего это. Угу. Вот они вот люди даже приезжают, как выехать нам отсюда от вас?
Вот а, я... вот туда куда-нибудь, да? Кстати, ну... я тоже, кстати, мне как отсюда выезжать? Я в Тамбов поеду, получается, как отсюда выезжать-то буду, интересно. Вот сюда вот. Да это... тут, а, ну это туда придет, вот. Тут 30 метров там будет. А, 30 метров, первый, да? Да, развернешь и... О, спасибо. Выйдешь. Еще. Попроще, там откуда? Сейчас Казань уже. Сейчас так стежено уже. Ну, как у вас, как жизнь? Ну, ничего, вроде нормально, я так спокойно сейчас в Казани вот живу. Вот, ребят, харчо взял такое классное, видите. Вот, так-то там все, вроде все, я в большом городе просто сейчас в Казани-то живу, я там все работает. Все. Как у нас там стадион, у вас там стадионов масса. Да. И футбол, и баскетбол, и волейбол, у вас там хоть что-то, а у нас тут вообще мертво. Мертвые все. А вот детишки как учатся у вас? Ну, у меня детей нет просто, да я даже не знаю. Это вообще же... кошмар. Чего? Нет, вообще, для чего школа нужна? Школа? Да. Ну как, чтобы, наверное, образование было? Не, ну образование. А учителя говорят, вы там давайте занимайтесь дома. Как, а ты для чего тогда там? Ну, правда, а, имеется в виду всякие вот эти сейчас, как дистанционно, да? Ну да, вот эта вот вся хрень непонятная. Интересно. Как занимайтесь, когда денег-то домой попрет. Сами-то не прибегут. А заниматься, тут утром надо его отвезти, поехать забрать. Постирать на него, погладить, накормить и еще часа два, а то и побольше, уроки будешь сидеть, учить. Я тут сижу, думаю, у нас букварь, раньше в школе был, палочки вот эти там, раз, два, три считали. Сейчас телефон какой-то, он так с него не вылезает, он шпарит и сутками. Ребенок-то? Да, конечно, он глаза открывает, он с трех лет, баб, давай телефон. Вот включит, там у него там какой-то дурачок, уже лет 5 ему. Ну, какой-то гундосый. Интересно. Шпарит. И вот он 5 лет, вот его ИСУ включает эту штученцию и слушает. Так а тут получается, люди чуть-чуть, дети вырастают и сразу куда-нибудь уезжают, да? Ну а как? Здесь никто не остается жить, да? Да нет, хватит. Кирсанов. А что тут делать? Это только бухать получается, да, здесь? Бухать, а что еще? Ну тогда вот ты тоже не устроишься, потому что там они, им как-то они, вот я тоже не понимаю. Завод там шикарнейший. Он там один из лучших, наверное, в стране. И получилось, что у них там и из Казани бригады, и из Воронежа, и, короче, со всей страны. Строят вот они его там уже лет 10, наверное. Наших кирсановских не берут. Нашим кирсановским зарплату 15 тысяч, наверное, максимум. Наверное, да. Я так думаю. А больше не платят? Больше нет. Деньги получают хорошо, вот, командировочные. Квартиры они им тут снимают, вот это вот все. А нашим во. А почему не платят вашим-то? Ну, считают, что плохие работники, наверное. Ну, даже как интересно. Это получается, только наемных вызывают, да? Им да, платят. Только бригады наемные. Вот им получается хорошо. Интересно. По 100 тысяч, плюс квартиры им тут снимают. По 100? Хороший зарплат, по 100 тысяч, да. Ну, по 80. Ну, там, наверное, в зависимости, кто ты и что умеешь. Из Перми. Из Перми даже приезжают? Да, такой, да. Такой вот маленький номер. В общем, 700 рублей стоит койка, по сути дела, но никого нету, поэтому я здесь буду за 700 рублей один ночевать. Напротив отельчик там номер был 1500, да. Здесь тоже есть номер с большой кроватью, отдельный, с ванной вместе. Получается 2000. Я без ванны и туалета. Туалет не на улице, а в коридоре. Вот так вот. Поэтому... Я тут один, ребята, во всем отеле один, никого больше нету, друзья. Сейчас не сезон, уже дорога пустая, поэтому вот ночую здесь, такие цены адекватные. Приветствую, ребята, сегодня началось новое утро, сегодня у нас 1 октября. Вчера, ребят, было плюс 2, это пипец, сейчас тоже, наверное, где-то, не знаю, плюс 3, наверное, не больше. Погодка, конечно, такая жестокая, ух. Я, в общем, ночевал вот на таком перекрестке. Пересечение вот туда Тамбов, здесь Саратов и обратно это Пенза. Пенза вчера вечером проехал.
потому что там попал в пробочное место прямо в 7 часов вечера и темно уже, думаю, лучше пролечу. Вот в том ресторанчике, ребята, гостиница была 1500 евро, дороговатая. Я нашел вот здесь, вот видите, гостиница, стоянка, душ. Кафе «Медведь» называется такое, прикольное, ребята. Ночевал там вообще один, никого больше нету. Сезон, видно, закончился, все ушло. Машина хозяина Александра, с ним интервью, вы уже слышали. Вот, поэтому вот еду дальше. Он говорит, я спрашиваю, как здесь отсюда выехать? Он говорит, вот, говорит, от нас, говорит, не выйдешь нифига, говорит. Нас чуть не загородили этими вот перегородками, говорит. Поэтому, говорит, туда, говорит, 500 метров разворачиваешься, говорит, и едешь на Тамбов. Вот так вот. Или, говорит, напрямки, говорит, сюда, говорит. Если, говорит, гайцов нету. В общем, так вот, интересно здесь. Интересные такие победы. И все, ребята, я продолжаю путешествие на Крайслере на своем, ребята. Еду дальше, на юг. Вот сегодня у меня будет Тамбов, уже, может быть, Воронеж, друзья. Вот сейчас он мне сказал вчера, что проще, говорит, доехать. Ребят, проще, говорит, доехать утром, говорит, в 8 утра, говорит, будешь, говорит, тыркаться, говорит, очень много пробок. А в 6 утра, говорит, самое то. Вот сейчас время как раз, ребят, 6 утра. Видите, уже расцвело. Поэтому я как раз пораньше немножко поеду, ребят. Какой красивый восход. Восход солнца. Солнце только-только поднимается. Красота просто. Люди, друзья, едем. Ребята, я не ошибся, ребята. Всего лишь 1 градус тепла. Видите, еще туман встает. Раннее-раннее утро. И что хочу сказать, друзья, вот свое мнение небольшое. Вот посетил я город Саранск, ребят. Наверное, первый город. Он, конечно, небольшой. До миллиона получается там. Вообще, ребят, нет пробок, представляете? В рабочее время самый такой приехал там. И никаких пробок нету. Парковки есть еще можно. Ну, можно найти в центре, по крайней мере. Мало, но можно найти. Но, ребят, пробок вообще нет. Город не стоит. Вообще, народу мало. Я не знаю даже, куда народ-то изделся из Саранска. Никого нет почему-то. Странно, конечно. Поэтому такие ощущения своеобразные. Ребят, хочется быстрее уже отсюда, конечно, проехать, потому что у меня только летняя резина. А то сейчас заморозки начнутся, уже вот плюс один получается. А я думаю, ночью вообще я сегодня замерз даже немножко. Хотя дело вроде было теплое в отеле. Вот, я думаю, сейчас уже, ребят, и ночью уже, наверное, был, мне кажется, минус. Потому что погодка-то я какая. И, друзья, еду, конечно, ребята. Дороги вообще жесть. Везде две полосы. Тут фиг обгонишь. В общем, даже трех полос-то нет нигде почти. Редкий случай кусочек, то фуры прут. Они даже, не, скажем так, вправо чуть-чуть не уходят. Бесполезно, а вправо года еще, конечно. Тут сейчас вот 20 километров осталось до Тамбова, где 20-30. Тут вообще, ребят, конечно, стиральная доска полная такая. Тут машина вот так вот себя пляшет. Прямо. Конечно, пипец, одним словом. Вот, здесь сложно, в общем, ехать, друзья. И, конечно, обогнать вообще тут прям... Какие-то участки есть очень такие вот короткие. Но я не очень люблю обгонять, когда там ты перед машиной буквально вправо уходишь. Ну вот, а так, конечно, ребят, давно уж пора везде сделать 4 полосы. Вот так вот. Ну, чтобы нормально вообще люди ездили просто. Ну, по ходу дела, наверное, такого здесь никогда не будет. 2 полосы везде и, конечно, полная жесть. Вот сейчас наблюдаю за дорогами. Ну, здесь подъезжали меня к Тамбову. В свое время к Тамбову я подъезжал, вообще дорога была полностью убитая. Вот здесь еще видно какая-то дорога вот с этого Пензы идет нормальная. Видно, наверное, с моей стороны где-нибудь, может, с стороны Нижнего Новгорода. Наверное, вообще не пойми, чего идет. Вот такие вот нюансы. Сейчас вот пробочка, друзья, встала. Стою, вот жду за какой-то фурой. Тут непонятно. В общем, потихоньку подъезжаем к городу, ребят. Уже вот 8 час утра. Друзья, температура 0. Ребята, 0 градусов. Жесть такая. Уже мороз, зима. Все уже. Уже сегодня 1 октября, уже осень. Вон, видите, справа обгоняют даже, ребят, видно. Нормально. На джипе проехал, на 200-м, блин. Ребята, вот здесь что творится. Я 40 минут в пробке стоял. Видите, тут прям на железнодорожном переезде асфальт делают. Это жесть вообще, блин. Столько простоять он. Вон, видите, машины до сих пор в одну полоску. Еще тут еще поезда, ребят, ездят. Вообще, блин, полностью пипец. Поезда еще надо пропускать, не считая того, что и так тут одна полоса. Жесть, конечно, ребят, дороги. Блин, сделать бы нормально 4 полосы, какой-нибудь виадук. Пипец, конечно, видите, что творится здесь. Со всех сторон стоят, я в город не могу въехать. Вот, наконец, тронулись. Вот какая пробища, пробища здоровая. В обе стороны.
чудо, чудо, ребята. Сталкиваюсь с такими моментами. Российские дороги. Думаю, может, конечно, больше что-то изменилось, но нифига. Может, какие, конечно, М-ки сделали, там, М1, М7, М4, М3. Но вот такие вот дороги остались, конечно, пипец какие. Я въехал в Тамбов. Какое сердечко, ребят, красивое. Я люблю Тамбов. Отлично. Так, друзья, тут еще, блин, такие перекрестки интересные, без светофоров, блин. Непонятно, куда ехать в центре города. Ну, хорошо, до них где-то пробок нету. Вот я уже буквально в центре, мне осталось 1,5 километра. Вон и парковки есть, тут город, видно, маленький. Без проблем. Какой-то красивый храм Тамбов. Хотел, ребят, с утра какую-нибудь кафешечку найти, с утра кофе попить, стримчик провести. Нифига, ребят, никаких кафе нет, только там вот кофе попить просто с собой можно. И все, все закрытое. 2-3 кафе восстановился, ткнулся, все закрыто пока еще. Видно, еще Тамбов не проснулся. Время у нас 20 минут 9-го. Рано еще. Поэтому такой здесь момент. Сейчас, надеюсь, где-то в городе хоть кафе это будет. Здесь у меня вот контактики одного приятеля, с кем мы учились в свое время на бизнес-лагере. Романа, вот он скинул мне, говорит, позвони, ну что, звонить ему 8 утра-то рановато. Сейчас, наверное, кофе попью, с вами пообщаюсь, постримлю, и потом уж, наверное, только позвоню. Вот так вот. Посмотрим Тамбов, ребята. 3 градуса тепла уже, немножко с нуля температура поднялась, но холод, ребят, адский. Холод пипец прям вообще. Колотунка, сейчас немножко хорошо солнышко есть. А так, конечно, погода такая жесть. О. Вот, друзья, посмотрите немножко улицы. Конечно, уже что-то я тут рано сказал, наверное, про пробки уже. Пошли светофоры. Но еще хорошо, мы едем. Еще мы едем. Это парк слева. Я так немножко вспоминаю, мы здесь были в году, по-моему, в 16-м, когда на автодоме поехали в Краснодарский край, на юг. С Юлей. Вот здесь парк. Там здесь завтрак в каком-то красивом, хорошем кафе, таком интересном. Да-да-да, вот парк, ребята, парк культуры и отдыха. Все четко, друзья. Так. Шаурма. Такие моменты. Интересный городок Тамбов, небольшой. 68-й регион. Не знал даже Тамбов. Так этот регион, все вроде регионы такие уже выучил, потому что они там с начала 90-х годов, эти регионы, пошли цифры. Ну, городов в России очень много, тут все не запомнишь. Тем более, у меня последние годы в России-то более не было. О, Макдональдс, это, сюда надо сейчас где-нибудь парковочку найти, вот сюда как-нибудь прогуляться, что ли. И кофе попить. Вот мы, наверное, друзья, в самом центре. Мне вот показывает навигатор 500 метров до самого прям центра. Вот у них везде символика, это «Я люблю Тамбов». Солнышко, друзья, солнышко, как приятно. Я, ребят, конечно, уже хочу быстрее и Воронеж пролететь куда-нибудь быстрее на юг, чтобы там хоть потеплее было. Вот звонил приятель с Краснодара, говорит, у нас там чуть-чуть прохладненько, говорит, но ветерок теплый. Поэтому погодка у них другая немного. Итак, друзья, я поставил машину где-то в центре. Рядышком здесь парковочки у них есть, ребят. Видите, чем хорошо маленькие городочки. Тут все-таки там парковку еще можно найти где-то. Раннее утро. Все идут на работу. Посмотрел уже, ребята, осталось каких-то 200 километров до Воронежа. Мне отсюда сегодня уже, наверное, в Воронеже буду вечером. Огонек. Ну, сейчас мы где-нибудь с вами найдем кафе. Кофе попьем с утречка. Вот, немножко прогуляться можно. Ведь уже мороз. Сейчас, наверное, все это дело завянет. Цветочки все красивые. Какой-то памятник. Ух, городок. 5 лет здесь назад был, получается. Уже, конечно, мало чего помню. Проезжал тоже, на юг ехал. Уже, видите, ребят, уже зима, можно считать. Уже вот 3 градуса тепла. Уже все, уже кто-то в шапках, уже в куртках.
Вообще я вон в кабешоне иду, потому что вообще мороз уже, друзья, там мороз. Мороз прям конкретный, иду мерзну. У меня жилетка без рукавов. Конечно, уже прохладненько, надо какую-то зимнюю куртку одевать, можно считать. И вот, друзья, иду по набережной. Это кафе-библиотека, где договорились встретиться. Видите, какая здесь красота, ребят, здесь. Озеро или речка какая-то течет. Такая красивая набережная, ребят, здесь. Я все эту набережную помню. Тоже 5 лет мы здесь гуляли. Она такая осенняя. Только мы здесь были летом, в июле. А сейчас уже октябрь начался. Очень симпатично, друзья. Тамбов такой интересный. Вот в Саранске набережной не было, а тут здесь есть набережная. Вот, ребят, замки. Видно, наверное, молодожены здесь вешают. Такой съезд. Машину оставил на старом месте, на парковке, где сейчас стал. Думаю, наверное, здесь подъезжать непонятно. Найду парковку, не найду, поэтому проще, наверное, пешком зайти. Да, вот эта модная тема с замками, конечно, интересная. Итак, друзья, мы в Тамбове. Всех приветствую. Ром, приветик. Привет. Вот, и мы встречались здесь 5 лет, друзья, и теперь вот еще раз встречаемся, говорится, опять я проездом через Тамбов, одним да. словом. И вот, друзья, нам принесли такой вкусный пенкейк, смотрите, как красиво сделано все вообще. Мы сидим в кафе-библиотека, называется. Так, романтично, кофе 0,4, капучино. В общем, так, очень замечательно.